врезать к чертовой матери, не дожидаясь перитонитов. Слушаю вас. Алло, Анжела, здравствуйте, добрый день. Здравствуйте, добрый день. Это Александр. Звоню вам касательно вашей регистрации на инвестиционном проекте. Вас что заинтересовало? Уточните. Вы с какого проекта мне звоните? При поддержке Газпромбанка. Ну, хорошо, много чего Газпромбанк поддерживает. Ну, даже меня поддерживает, представляете? Хоть я и не являюсь проектом. Вы-то как? Анжела, вы оставляли заявку на регистрацию. Скорее всего, перешли по нашей рекламе. Есть такая вероятность, да. Ну так вы похвастались, что вас поддерживает Газпромбанк. А вы как называетесь-то? Кто вы? Информационное консалтинговое агентство. Называемся Росбизнес Консалтинг. Слышали о таком? РБК, что ли? Что? РБК, что ли? РБК, верно. Слышала, читала вас много раз. Слушала ваши выступления по телевидению, гостелерадио. Анжела, хорошая, вы молодец. Компания. Вы молодец. Серьезная. Вы сторонне развиваетесь? Естественно. Угу. А я не молодец? А давайте узнаем это. Зачем быть голословными? Что вас заинтересовало, когда вы переходили по нашей рекламе? Вы знаете, а когда? Давно это было. Я вот компанию РБК-то знаю, а вот чтобы я регистрировалась на РБК, не припомню. И тем более, что бы я регистрировалась-то на вас? И как бы я это сделала? Возможно, вас заинтересовал дополнительный заработок. Вот вы даже прошли. И что вы предлагаете? Вот вы даже прошли опрос, и тут написано благоустроить, купить личное жилье. Вы знаете, на инвестирование какие только сможете, я опросы не... На инвестирование уделять сможете несколько часов в день. Угу. Вы оставляли регистрацию, вы не случайно это все сделали, раз вы дали ответы даже на опрос. Вы знаете, какие только опросы я не прохожу. Мне Google столько всяких опросов приносит. А я люблю их выполнять. Да, поэтому вот тут не факт. Ну так что вы предлагаете-то? Возможно, мне и заинтересовало меня это все. Я, хорошо, может быть, не хорошо припомню, но вы поможете мне напомнить. Конечно, я помогу сейчас вам вспомнить. Я сейчас помогу вам припомнить. В двух словах, это инвестирование под наставничеством. Плюс к тому обучение. Ага, это как под наставничеством? Ну, это так, как вы говорите, вы были на наших выступлениях, смотрите наш сайт, перечитываете. То есть мы собираем новости, которые влияют на цену активов. То есть, соответственно, преподносим ее нашим партнерам, которые хотят инвестировать и сотрудничать вместе с нами. Новости. Соответственно, если... Ага, я перебил вас. Продолжайте. Да, вы перебили, но ничего страшного. Соответственно... Мы набираем команды для трейдеров, для наставников, которые уже в свою очередь с нашими партнерами начинают инвестировать. А вы хотите меня наставником пригласить, что ли? Я что-то не очень понимаю. Я хочу вас пригласить в команду, к нашему наставнику. Команду наставников. А, к вашему. Нет, не команду наставников. Я хочу, чтобы вы, как партнер, начали с нами сотрудничать. Задействовали свой капитал, потому что выгода в этом всем есть и наша. Мы зарабатываем 20% от чистой прибыли наших партнеров. Ничего себе, вы так, аппетиты у вас прям нехилы. А можно к вам наставникам прийти и зарабатывать 20% с ваших партнеров? И наставников может быть. Зарабатывает целая компания. Вы понимаете, если вы придете наставником и будете зарабатывать, вы не будете зарабатывать 20% с наших партнеров. Вы будете получать определенную фиксированную сумму. Потому что компания аналитиков, журналистов, аналитиков, политологов, финансистов, это мы уже обсудим. Я не могу ее вам вот так вот сейчас в телефонном режиме озвучивать. Это раз. Во-вторых, когда офер приходит, то всегда озвучивается. Аппетиты у нас нормальные. То есть нормальные. Ну, я не знаю. Естественно. Анжела, как вы думаете? Вот смотрите. Если у нас в среднем у партнеров получается, рост капиталовложений 10% в месяц, если вложиться на миллион рублей
сделать вклад на 1 000 000 рублей. И каждый ежемесячно, практически ничего не делая, в том случае, когда за вас делает все команда аналитиков и специалистов, единственное, что вам нужно будет сделать, это всего лишь покупать и продавать активы и быть ответственным человеком. Вот и все. И вы с 1 000 000 рублей, заработав там 100 тысяч, да, в среднем возьмем, даже не возьмем лучший показатель, либо не возьмем там самый маленький показатель, средний возьмем. 100 тысяч 20 отдать за работу людям, которые по факту вам сделали эту прибыль, я считаю, что это справедливо. А вы как считаете? Ну так это с этого и надо было начинать. Что ничего не надо делать, просто 1 000 000 вложить и 10% в месяц зарабатывать. Тогда, конечно, не жалко даже 30% вам отдать с прибыли-то. С этого же начинать, как-то вас не научили-то идею продавать. Ну, отличная идея тогда. Если так, то это же прекрасно. Если ничего не делать, это прям то, что мне надо. Это мое любимое занятие, как вы узнали. Это еще какой-то опрос был? Нет, Анжела, я вообще удивлен, что вы говорите, что ничего не делание, это ваше любимое занятие. А так что, чему удивляться? Люди с разносторонним развитием не ленивые, они очень и очень работящие. Это точно не обо мне, вы что? Мое любимое занятие – ничего не делать. Это прям вот план-капкан. А что вы я готова любите, делать того... все, я готова делать все, лишь бы ничего не делать. Если кто-то что-то может делать для меня, я этого человека из-под земли вытащу, который будет делать за меня и для меня. Вот представьте. Для моей вот пользы. Представьте. Ну, работящий вот тоже. Мне так давно никто не оскорблял. А мне нравится ваш темперамент, Анжела. Он очень близок ко мне по духу. Но я вот тоже кажется людей... мне, что мы с вами похожи, да. Вы да, тоже прям сказать, близок мне по духу. Вы тоже, наверное, не любите что-то делать? Вы любите ничего не делать? Что вы делаете, обожаю. Когда ничего не делаете? Вот, видите, я, мы с вами прямо обожаю. Вот как шерочка с шерочкой. Я понимаю, что Елена – это двигатель прогресс. Я понимаю, что Елена – это двигатель прогресса. Мать его... Я знаю, что да. Люди, которые прагматичны, которые ищут возможности, как сделать больше объем работы за меньшее количество усилий, выиграют. Во что выиграют? Результат. Результат выиграет. Отлично. Ну да, вот согласен, Анжела. То есть вы говорите, что вы очень заинтересованы в нашем проекте. Все правильно? Если так, то конечно. Если ничего не делать, то это ж мое, это ж прям то, что нужно. Как долго я вас искала. И вот мы вас нашли, Анжела. Вот мы вас и нашли. Отлично. Хорошо. Меня легко найти, меня сложно потерять. Теперь от меня хрен избавитесь. И невозможно забыть, верно? Ну, это мы проверим. Хорошо, Анжела. Так, подскажите, вас устраивают наши условия сотрудничества? Так, а какие условия еще-то, скажите, кроме того, что я вам 20% должна отдать за ничего не делание? Еще какие условия есть или только это одно? Ну, что вам будет необходимо ответственно отнестись к тому, что вас добавят в группу к наставнику, с которым вы будете работать. То есть а его как нужно проявлять будет слушаться. Я должна свое... Ага, его нужно слушаться. Никакой самодеятельности. Как никакой? Я в хоре пою. Мне в хоре нельзя вот петь? Нет, в хоре пейте. Конечно. Там самодеятельность? Пойте в хоре. Я буду только рад, если вы будете... Так а петь что с самодеятельностью? Самодеятельностью касательно инвестирования, либо же покупка, либо же продажи активов. А, вот. Понимаете, вы, Анжела, как человек неопытный, ну, к примеру, цена чуть-чуть только повысилась, набрала стоимости минимально, и вы сразу же все продали, так как вы пожадничали, либо боитесь. Но нужно будет слушаться наставника и покупать и продавать исключительно только тогда, когда он скажет. Подойдет. Мне это подойдет. А можно сделать так, чтобы он за меня еще и продавал, чтобы мне вот не грузил этим? Нет, Анжела, доступ к вашим деньгам, к вашему личному счету есть только у вас.
Понятно. Мы никакого. Мы под доверительное, собственно, сопровождение не берем. Деньги у нас. А что так? Но можно было брать 30% и даже за. Я бы даже 30 бы дала бы, если бы еще доверительное управление было. Это слишком, Анжела. Это не входит, ну, то есть, как бы слишком в идеологию много? Нашей компании. Это не входит в идеологию нашей компании, нет. То есть мы зарабатываем исключительно после того, как зарабатывают люди. Это есть полугосударственный проект при поддержке. Понимаете? Полугосударственный. Это кто еще? Ну, там как бы, неважно. Как вам неважно? Знать, очень важно. Вам это знать не важно. Важно. А во-вторых, эта информация как бы никак не влияет на вашу работу с вашим наставником. Ну и тем не менее, кто еще владеет? Не, непонятно пока. Вы говорите полугосударственные. А вторая половинка у него кто? Ну, то есть частные лица. Я могу сказать так. Информация конфиденциальна. Что? Какие частные лица? Ну, хоть пример приведите кого-нибудь. Частные лица? Ну, да. Ну, я вам так скажу. Эти люди входят в список Forbes. Это кто? Ну, я никого не знаю. Я ни с кем не знакома. Ну, хоть кого-нибудь вот скажите. Вот именно, Анжела. Потанин. Я угадала. Потанин, точно? Угадала, поэтому вы не называете его имя. Ничего подобного. Ну, кто еще? Ну, скажите. Все, мы проехали этот. Нет, как же, мы тут забуксовали прям конкретно. Как, знаете, как на летней резине в первый снежок. Давайте разбираться. Ну, кого-нибудь скажите, мне же надо это. Я еще больше вас зауважаю. Алло. Ой, я что-то нажала. Алло, вы тут? Алло. Да, сам, да. Я ухом нажала, ухи навострила. Слушайте, кто все-таки еще-то? Ну, Потанина не угадала. А кто еще? Усманов, что ли? Алишер? Называть официально. А вы не называйте, тобой, вы только мигните. Вы мигните, и я пойму. Так, кивните громко. Так, ну, чтобы я услышала, как вы кивнули. Над столом хорошо, вот так вот голову опустите и кивайте, я по звуку пойму. По звуку поймете? Ну а да. Давайте проверим. Ну, если вы кивать будете так прям сильно, интенсивно. Услышали, как я кивну? Нет. Интенсивно кивать? Ну и вы... Интенсивно кивать? Я объясняю, чтобы вы, я услышала, как вы интенсивно кивали, вам надо голову над столом держать сантиметрах в 3 от стола, от поверхности. Вы у стола сейчас или где-то стоите? Если стоите, то к стене поближе подойдите. Я звоню вам из своего личного кабинета. Ну, в кабинете стол есть? Добрый вечер. Конечно, есть. Вот, есть, значит, голову вот так вот горизонтально держите над столом сантиметрах в 3, ниже не надо. Анжелочка! И если я угадываю, Анжелочка. Вы интенсивно киваете, я по стуку, вот я по звуку услышу, что я правильно. Давайте, мне нравится. Анжелочка, вы меня слышите? Анжела. Я слышу, давайте. Еще раз. Потанин. Слушайте, что? Анжела, я вам еще раз повторяю. Я как бы не хочу потерять работу из-за того, что вам вдруг захотелось узнать, кто из официальных лиц поддерживает, собственно, наш проект. Вы же ни слова не скажете. Вы как рыба об лед просто будете биться головой, когда я буду правильно называть. Вас никто не упрекнет. Ничего себе вы придумали. То есть я буду биться головой об стол ради того, чтобы вы что-то там узнали, ну, то есть на какую-то информацию. Вообще мало. Это малая цена. Анжелочка. Это малая цена. Вы что? Ну, если так, Усманов, Анжелочка, то я вас буду уважать в 3 раза больше. Я прям доверием прям вот переполнюсь. Исполнюсь доверием. Анжелочка, кто сейчас в наше время слышите? Государство, вы говорите, полугосударство. Но государство не в счет. Кто государству сейчас доверяет особо? А вот если вы уважаемых людей назовете, таких серьезных, ну, не назовете, а кивнете вот в нужную сторону. Анжелочка. Аушки. Анжелочка, вы меня слышите? Аушки, конечно, я хорошо вас слышу. Давайте мы сделаем вид, что я вам ничего не говорил. И мы... Да, вы просто будете кивать, просто кивать, ничего не говорите. Я вам об этом же и толкую. Так. Ничего не надо говорить. Давайте, Усманов. Нет, не угадала, да?
А кто же еще может быть? Павел Дуров! Павел Дуров! Давай, хоть бы, давайте, давайте, ну! Что, тоже нет? Анжелочка, ну что вы? Ну, Фридман тоже нечестный. Фридман? Так. Опять не слышу стука согласия. Я уже, Анжелочка, Анжелочка, если сколько раз, слушаете, сколько раз вы кивнули? Дуров? Сколько раз Дуров? Я кивнул? Я уже подал вам признак, вы должны были догадаться. Нет. Думайте сами, я не буду делать это постоянно. Ну, звук был, да, как бы, звук согласия? Звук согласия, да, у вас есть такой звук? Ну, не знаю, давайте еще раз пройдемся. Давайте, Дуров, я буду слушать внимательно. Анжелочка, объясните мне, вот я немножко не понимаю, как это звук согласия, это как? Так, еще можете раз его, объясните. Можете мне озвучить? Не-не, озвучите мне, чтобы я именно звук согласия... Ну, вот примерно такой, я сейчас кулаком по столу стукну вот так вот. Вот, даже три раза согласилась как будто. Слышали? Нет, Анжелочка, мне не нужно кулаком по столу, мне нужно именно звук согласия от вас. Ну так я же вам объяснила технологию. Это называется звук удара кулаком по столу. Ну? А я хочу звук согласия. Звук согласия хочу. А я-то могу, понимаете, в отличие от вас, я не должностное лицо, я могу говорить ротом, вот ротовым отверстием могу говорить. Вы тоже хорошо говорите ротовым отверстием, но раз вам нельзя называть эти имена, я вам альтернативу придумала. Отлично, но мы немножко отошли от темы, Анжела. Мы вообще внутри темы, прямо вот в тютелька в тютельку, как Шерочка с Машерочкой. Нет, мы сейчас... Как Гензель и Гретель. Как Грезель и Гретель, да? Гензель и Гретель. Как Гензель и мать ее Гретель, понимаете? Конечно, понимаю, я вас понимаю. Ну, мы сейчас не внутри темы, мы сейчас снаружи. Нет. А нам нужно внутрь. Внутрь? Нам ну нужно пошлите, внутрь. Давайте, пошлите внутрь, а то уже холодные ноги стынут. Давайте. Внутрь, да, все. Давайте. Хорошо, да. Я рад, что мы нашли с вами общий язык. А то. Все-таки мы так близки по духу друг другу люди. Вообще ничего не говорите, я сама в шоке. Отлично. Так, давайте по порядку. Какие у вас вопросы остались касательно наших, собственно, моего проекта и, собственно, того, как вы, что от вас требуется? У вас остались какие-либо вопросы? Да я даже не знаю, а что надо делать-то вот конкретно? Вы сказали, чего не надо делать, там это про хоры сказали, в хоре не надо заниматься. Ну, ладно, переживу. А про самодеятельность, да, я помню. Вот, а что надо-то делать? Вот что не надо, я поняла. А вот что надо? Ну, процесс работы с вашим наставником будет, собственно, следующий. Ага. Он вам будет звонить по скайпу где-то 2-3 раза в неделю и, собственно, говорить, какие нужно активы покупать, какие продавать, либо же консультировать вас по вопросам, которые у вас будут возникать в ходе процесса. Раз в неделю будет звонить? Нет, 2-3 раза в неделю, может быть, 5 раз в неделю. А понимаете? Что по скайпу? У него телефона нет? Пусть по телефону звонит. Нужно по скайпу. Почему? А что, по телефону недорого? Такой устав компании. Устав даже? В уставе пишут, как звонить клиентам? В уставе пишется связь с клиентами по личному телефону, ага. Либо же по номеру, который является не... Не является не каким. Не номером компании. Ага, исключено. Ну, ты правильно, пусть звонит по рабочему номеру компании. Я здесь полностью поддерживаю ваш устав. Я прям всецело за. Это правильно будет. Ну в таком зачем случае, я ответил вам на ваш вопрос, есть... почему мы будем звонить ему. Ага. То есть он мне может звонить по рабочему номеру компании, который вам дала компания. По рабочему номеру компании он, конечно же, может вам звонить. А, ну все, по телефону рабочему пусть звонит. Я ж разве против этого, да? А что, у вас скайпа нету? Да на черт он мне нужен. Ну вам, ну вы понимаете, что вам нужно будет его скачать? Не, я ничего вообще, у меня табу на это, я импортно вообще ничем не пользуюсь. Я недавно, вот я обед приняла вот у нас
правило такое, что ничего вообще импортного. Они на нас санкции, а я на них. Анжелочка, а какой вы обед приняли, что... Анжелочка, а какой-то вы обед приняли, что вы ничем импортным не пользуетесь? Ничем не пользуюсь. Подскажите, какой у вас телефон? А вы удивитесь, отечественные разработки. Отечественный телефон у меня. Сейчас скажу, подождите, какой-то затейливое название. А, Сибирина. Сибирина? Да. Не слышали, что ли? А очень хороший телефон. Какой? Не слышал. Нашего. Какой модели? Ну, как какой? Ну, Сибирина. Телефон Сибирина. Делают у нас Сколково. Это... Уже второй год делают. Какое Сколково? Сибирина — это медицинский центр. Здрасте. Это медицинский где он? Центр. Где он медицинский центр? В каком месте он медицинский центр? Вот, я сейчас перепроверил информацию. Ага. Вот. Вот, я пишу. Сейчас, секундочку, ага, попросите на линии. Сибирина — мобильный телефон. Ну? Ну, кто бы вам я там дал? Я впервые слышу, я удивлен. Ну, а знаете вот, почему? Внизу. А вы знаете почему? Вы каким браузером пользуетесь, когда набираете? Что говорите? Вы через какой браузер информацию ищете? Через Яндекс. Ну и что там Яндекс? Яндекс вам ничего не покажет. Ну вот, показала мне кнопочный телефон Сибирина. Ничего подобного. Но кнопочные-то предыдущие модели, это еще с прошлого года. Это когда в этом 22-м году только начали делать, они были кнопочные. А сейчас уже это такие нормальные сенсорные телефоны. Смартфоны. Лучше, чем Samsung, iPhone. Лучше, Samsung вообще всегда был говном. А iPhone терпеть не могу. И терпеть не могла никогда. Любой телефон лучше, чем iPhone. Вы что? Ничего себе. Ничего себе. Не, ну вам, как владельцу Сибирина, виднее. У меня были Samsung, у меня были iPad. Любой телефон, я вам могу сказать, даже индийский болт. Кстати, индийский болт — очень хороший телефон. Компания Micromax тоже у меня, вторая трубка есть. Вот, ну, Индия — наша страна, которая нас поддерживает, Россию, поэтому их я тоже допускаю, не считаю их сильно импортными. Вот, можете загуглить, если не верите. Micromax Индия. Вот. Нет, это рабочий мой телефон. И я вам скажу, любой телефон, ну вот, видите, будете знать, теперь тоже перейдете. Любой телефон лучше, чем iPhone. Хорошо, телефон, Анжелочка, который нельзя подстроить под себя, это, знаете, это не должен быть такой аппарат вообще, который сам решает, что мне лучше. Ой, а Сибирину вы можете подстроить под себя? Естественно. Естественно. Хорошо, Анжелочка, давайте вернемся все-таки к нашему проекту, нашей деятельности, которой вы будете заниматься в ближайшие годы. Давайте. Подскажите, вы кем, ну, трудитесь? У вас есть основной доход? Я? Ну, доход всегда есть, конечно, а трудиться для того совершенно не обязательно, я же говорю вам. Умные люди не нуждаются в труде, чтобы иметь доход. А вы считаете себя умным человеком, Анжелочка? Я-то? Ну, это людей надо поспрашивать, но люди считают меня не глупой. Хорошо. Я уж не буду себе там пуха накидывать лишнего. Не, ну это нам не нужно. Так, ну, я же скромный в первую очередь человек. Так, что я-то? Да. В этом мы с вами очень похожи. Я уже поняла это, да, что мы с вами прям близки по духу. Как Гензель и Грета. Все как верно. Широчка с Машерочкой, как верблюд и игольное ушко. А знаете еще какие-то такие вот похожие, как бы, вот сравнения? Как Маша и Медведь. Как Маша и Медведь. Как Немирович и Данченко. Ай, у вас отлично получается. А вы что? Действительно, наверное. Да, я вам честно говорю, вы даже подумали, что вы читаете книжки. Ну, вы правильно подумали. Это трудно, конечно, представить, но вот да. Есть такой архаизм еще в моей жизни. Читаю книжки. Это несложно, это не напрягает. Там, видите, глазодвигательные мышцы не сильно устают, поэтому я не считаю это великим трудом. Ну, конечно. Тем более, что вы ничего не делаете. И доход тем более, у меня масса времени, конечно. У меня же полно времени. Читаю книжки, хожу в театры. Вообще отлично. И сторонне развиваюсь духовно и душевно.
Это прекрасно. Гастрономический. А какой это вы там обед приняли, что вы душевно и духовно всесторонне развиваетесь? Можете я же вам объяснила, что я для себя решила. Это мой индивидуальный обед. Для себя это. Не то, что там, не подумайте, это не какая-то там секта. Вот. Я для себя решила, что раз эти люди санкции против нас, россиян, придумали, то я им свои персональные санкции тоже ввожу. И придерживаюсь этих санкций. Пусть страдают. Вы знаете, при этом сколько? Не страдаете? Я нисколько. Вы при этом, нисколько. Анжелочка, не страдаете? Нисколько. Вы знаете, я только вздохнула с облегчением. От такого количества дерьма избавилась в своей жизни, вы не представляете. Ну, к примеру, назовите хоть что-то. Ну, вот еще раз объясняю. Вот этот дерьмовый айфон. С удовольствием я его подарила приятельнице. Прям вот, ну, раньше жалко было, все-таки деньги отданы, дорого. Вот, а сейчас, ну, что, раз не собираюсь им пользоваться. Отдала, сбагрила, и только это. Айпад это вообще-то существо тупорылое, тоже скинула. Ну, хорошо, ну, отлично, но это техника. А как насчет еды? Как насчет машин? Знаете, алтайская еда чистейшая, еда органическая, прекрасная. Вообще импортную еду никогда никакую не употребляю. Машину, так, машину заказала, видели сейчас, может быть, уже концепт вышел, москвич современный, новый. Видел. Ну видел. Вот, я ее уже заказала себе. Ну, правда, придет не скоро, только, может быть, к концу года. Но она у меня будет. Ага. Да? Так что и я вам рекомендую. Вы действительно, знаете, подготовились. Хорошо, Анжела, то есть что мы решаем? Я же осознанно подошла к этому вопросу, проанализировала, посмотрела, что все это прекрасно заменяется, весь импорт этот собачий. Заменила его великолепно. Вообще нисколько не пострадала. А эти черти страдают. Сколько бы я айфонов бы купила за эти 2 года? Ваше окружение, как к этому отнеслось? А им вас поддерживают ваши... Да, им нормально. Я же им не навязываю свою точку зрения. Они никак дозвониться, они до меня могут. Я же ничем не ущемила себя, их тем более. Пусть они едят, что хотят, пользуются, чем хотят. Для себя я открыла свободу от всего импортного. Только от всего импортного? Что значит только? По-моему, еще 3 минуты назад вы были удивлены и не верили. А теперь вы так обесценили мой обед. Как вы так относитесь? Нет, я наоборот преподнес, потому что я очень удивлен на самом-то деле. И вы говорите, приобрели свободу, и, возможно, это был как процесс, то есть такой взаимосвязанный, то есть, понимаете, то есть вы избавились от импортного и, возможно, еще от каких-то психологических, собственно, я думаю... Вы хотите моментов, узнать, избавилась ли я от мужа? Я имею в виду... отечественный, прям кондовый русский мужик. Нет, от него не надо избавляться. Был бы каким-нибудь, знаете, америкашкой, конечно, бы избавилась бы сразу бы. Тоже нисколько бы не задумалась. А тут, нет. Здесь нет проблем с этим. У меня прям это кондовый мужик, русский, из деревни, рожденный... Рукастый, плечистый, косая сажень. Все, что нужно. Все, и все, что нужно, то уже есть, представляете? Это здорово. Да. Это здорово. Так а если у вас есть все, что нужно, для чего вам тогда дополнительный заработок? Нужен наш проект? Не знаю пока, давайте определимся, для чего он мне нужен, что он мне даст. Что он мне даст, кстати? Что мне это даст? Возможно, у вас есть какие-то финансовые цели, построить новый дом, купить квартиру, я не знаю. Какие цели? Цель поставлена, цель сделана. А дальше что? А дальше что? Не знаю, давайте придумаем, что дальше. Так-то мне. Хорошо. Может быть, вы будете мне подсказывать? Как я могу вам что-то предложить, чтобы это было вам действительно нужно? Я не ставлю никаких целей. У меня мало информации. Давайте проедем эту тему. Я не ставлю никаких целей. Если мне что-то надо, я просто беру и покупаю. Либо там каким-то образом достигаю этой цели, если это не материальное.
А так сидеть фантазировать, вот были бы у меня там больше денег, что-то бы я хоть... Не, это не мое вообще абсолютно. Поэтому будут деньги, будет цель. Цель оправдывает деньги. Цель оправдывает средства. А средства – это деньги в нашем с вами контексте, насколько я понимаю. Да, ну, да, вот, да. Вот и все. Да. Так что? Это тождественно и вероятно. Хорошо, Анжелочка. Ага. То есть что мы, собственно, к чему мы пришли? Вам нет. Проект наш нужен? Ну, давайте попробуем, а чё б нет-то? Я просто пока хорошо, не очень поняла, что надо делать все-таки. Вы мне пока рассказываете, что другие будут делать, а что мне не надо делать ничего и даже самодеятельностью вот, не заниматься. А я только хотела в сейчас... драм-кружок записаться. Смотрите. Обязательно, я знаете, что подумала? Я подумала, вот, ну, вы, наверное, знаете, что сейчас очень много эстрадных артистов, актеров, театра, кино посваливало. Ну, вот последние год-два. Да, да, да. То есть, вот, мест свободных тьма. Вот думаю, не податься ли мне на обучение на курсы или даже, может быть, в Гнесинку поступить, на актрису, быстренько выучиться, ну, быстренько экстерном, там, год за три, и начать карьеру творческую, всерьез. Ну, то есть а не на уровне драм-кружка. Почему не эстрадного, артиста? Можно попробовать и эстрадного, можно, вокальные данные неплохие. Можно попробовать, а можно и совмещать. Можно в мюзикле и петь, и играть. Место свободных освободилось но... сейчас много же. Надо не только из этого, хотя и только из этого, я не совсем уверен, что у вас, ну, то есть, что вы достигнете как бы вот того, что, чего вы хотите, имеется в виду успех. То есть только исходя из этого. Если вы, а почему вы не уверены? Как бы, если вы реально сознательно понимаете, что вы этого хотите... Ну, буквально знает. Ну, раз хочу, так перестану учиться. Пока можно попробовать. Да, да, конечно. Я полностью вас поддерживаю. Конечно, то есть, если мы увидим через 5 лет, если мы увидим вас через 5 лет на экранах, то есть в каком-то сериале, отлично. Либо же, я не знаю, даже телеведущий на ТНТ, то есть... А может быть даже на РБК, у вас же тоже есть свой канал. Я обучусь. Да. Выучу тему, вот и все. И приду к вам. Это интересно, интересное такое замечание. Ну, то есть, видите, какие у меня сложные цели? У меня цели не на деньги завязаны. Видите, как все сложно. У меня такие масштабы серьезные. А вы анализируете все правильно? Вы рассматриваете, то есть, что вам нужно, что вам не хватает, что вам именно, к чему вы хотите прийти? Вы все, как бы, это... Не, вот это мне, вот эту байду с целеполаганием, вот эту психологию, это мне не надо вообще. Это почему? Я, это что, не это я не люблю. Это я, нет, это целеполагание, все эти аффирмации, нет, это вообще не мое. Вы, кстати, пользуетесь аффирмациями? Вы какие аффирмации используете в своей жизни? Нет, я не пользуюсь аффирмациями, в абсолюте. Аффирмациями. Знаете, как вот некоторым советуют такие... психологи, блогеры, вот вы хотите быть богатым, вот вы встаете конечно, и говорите, я богатый, у меня пять машин, у меня, да, во. Естественно, вас тоже голову дурили такими тренингами, да? Конечно, вы за это проходили, нет, это полное говно, я вам скажу. Это чушь, полное говно, да. Хочется, делай, не хочется, не делай, не морочь голову ни себе, ни другим. Так, да, я считаю. Да. Поэтому вот я вам ответила на ваш вопрос. Ну, относительно да. Вот видите. Относительно да. Хорошо, давайте дальше. Хорошо. Да. Есть, что делать-то? Вот так я и не услышала от вас. Что мы будем делать? Пока я поняла, чего не делать. Про самодеятельность. Вам нужно будет. Ага. Да, 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 Анжелочка, сейчас, секундочку. Все по кстати, Анжелочка, ты сейчас с этим знаком или без? Без. Правильно. А то некоторые пишут с мягким знаком. Это ужасно вообще.
Просто капец. Это, я даже это с вами, позор. Я с вами даже разговаривать после не стала, если бы вы мне сказали, что с мягким знаком. Это был прям конец отношений сразу, прям разрыв, прям навсегда. Так что все. Это да. Было бы фиаско, это вы было такие... бы фиаско, да, я понимаю. Да, это я было понимаю. Бы... Хорошо, Анжел. Пока, прям я бы сказала. Хорошо, то есть, ну давайте исходить из того, что вот вы хотите пойти учиться, стать эстрадным, ну, то есть... Ну, то есть я не хочу, завтра, может, я что-нибудь другое захочу. То вот сегодня у меня такая мысль возникла, а почему бы и нет? Вот кино сидела, смотрела, точнее, лежала, смотрела кино. Вот, думаю, а ага. Чем мы плохи? Почему бы и нет? Ничем, ничем, все, что есть, все в доступе. Как. Боярский, как будто намекал. Что? Боярский, говорю, в своей песне, как будто намекал. Пурковапа, пурковапа, я подумал, почему бы и нет? Не, ну вы, конечно, интересная девушка. Как это? Сегодня да, завтра нет, послезавтра там еще как-то. А так вот, успевайте ловить момент, называется. Кто прохлопал ушами, тот прилетел. Да, пока я согласна, я ловите. Да, согласен. В общем, Анжелочка, что значит вам нужно будет делать? Вам нужно будет принимать звонки от наставника, покупать активы, которые он говорит, и, соответственно, потом принимать звонки еще раз и продавать активы, которые он говорит, соответственно. А если он не дозвонится? Может такое быть? Я буду ждать, нет, а он не дозвонится. А как исключено? Нет, я в нищете буду, например. Я возьму, укачу куда-нибудь в места, где нет связи. Это что предусматривается. А как предусматривается? Это предусматривается. Вот он мне сегодня, например, вот мы сегодня представим, начнем работу, ну завтра, да, для достоверности. Завтра он мне скажет, покупай. Я покупаю. Вот он мне позвонит в обед. А вечером я подумаю, а какого черта я тут сижу, скучаю, праздники. Возьму билет на самолет и укачу куда-нибудь в дружественную страну. В глухомань индийскую. И на неделю. Ответственность. Ну, а он не дозвонится. Ответственность на том, что вы не взяли телефон. На ком? А откуда я знаю? Мы же это не обсудили. Или же... Ну, я же не знаю пока. Что? Я же пока не знаю. Вы же мне этого не сказали, кто ответственен. Я поэтому и уточняю правила игры. Вот именно, что вам нужно будет договориться. Если вот вы видите, сколько договоренное, обусловленное еда, если вы в обусловленное договоренное время не вышли на связь, угу. Либо же опоздали, либо же еще по какой-то причине у вас... Опоздать я могу, я вообще... Это у меня есть такой грех. Я вся соткана из достоинств, кроме одного момента. Я склонна к опозданиям. Вот тут ничего поделать с собой не могу. Опаздываю все время. Вот выхожу за полчаса до назначенного времени, а прихожу все равно через полчаса, как назначенное время было. Вот ничего, не знаю, как это, мистика какая-то. У вас так не бывает? Вот я вам сразу, я прям честно признаюсь, можно мы как-то вот этот момент учтем в наших договоренностях? Снять с меня эту ответственность за опоздание. Ну, потому что тут ничего не сделаешь. Это у меня с детства. Меня пороли в детстве родители. Меня наказывали в школе за опоздание. Вот урок к 8 утра, например, я приходила в 8:20. Мне ставили неуды за поведение, меня отправляли домой. Ну, это бесполезно. Ну, а я же отличница была по всем предметам. Они же ничего сделать не могли, выгнать они меня не могли из класса, из школы, и насовсем. Ну, что, приходилось им смиряться. Ну, вот, все приходят к 8, Сергеева припрется к 8:30. Ну, что теперь? Ну, переживут. Вот такая у меня история. Можно это прописать как-то в наших договоренностях, потому что я вам честно прямо на берегу это говорю, чтобы потом не было неприятностей. Потом, чтобы не говорили, что это моя ответственность, что там я сама виновата. Ну вот, признаюсь, ничего с этим не сделать. Это у меня, знаете, как будто в каком-то искаженном времени живу. Вот, знаете, вот это вот пространственно-временной континуум вокруг меня, он немного искажен. Я не могу как это объяснить по-другому. Ну, как будто все живет в 5-м Цельсии Тинтуэ, а я вот в 6-м или в 4-м.
Очень интересно. Ну, вот... О, не совсем все понятно. Вот никому не понятно. Я вам больше... Если вам сейчас было бы понятно, я бы очень удивилась. Ну, я попытался себе представить, но даже для меня это чуть-чуть трудно. Никому это не понять было всегда. Анжела, я сейчас тогда свяжусь с наставником, узнаю касательно ваших нюансов и перезвоню. Не, это не критично, на полчаса. Я же не говорю, что я выхожу и опаздываю на неделю. Нет, такого не было, вы так не подумайте. Я вот вам поэтому пример привела, что на полчаса, на 20 минут могу опоздать. Такого не было, что я пошла в магазин или так к подружке и пришла через год. Нет, так не было. Это не так работает. Так что, может быть, это не сильно критично. Хорошо, я сейчас узнаю у наставника, собственно, и проверю информацию. И перезвоню вам через 10-15 минут. Хорошо, буду ждать вас, да. Хорошо. Все, давайте, да. Ага, до свидания. Алло. Алло, Анжела, это снова я. А, снова вы, здорово. Здрасте. Спасибо, да. Спасибо, да, здравствуйте. Еще раз спасибо, что подождали. Да, никуда не уходила. Это отлично. Я уточнил у наставника, собственно... Что говорит? Собственно, то, что он говорит, это, конечно, плохо, так как у него расписан график поминутно, но... Я, в принципе, описал ваш портрет, в двух словах он говорит, я согласен, я думаю, что у него получится найти общий язык. То есть ему понравился мой портрет в конечном итоге? Как и мне. О, прекрасно, вы хорошо пишете портреты, стало быть. Спасибо. Хорошо, Анжел, собственно, вы, вам теперь понятно, чем вы будете заниматься? Да нет же пока, вы мне только сказали, что самодеятельностью не заниматься, и что мне будет звонить наставник, когда покупать, когда продавать, и, собственно, все, а заниматься-то чем будем, так я и не поняла. В смысле, мы с вами заниматься уже ничем не будем, это идеально, это мне подходит. Это мы уже с вами обсудили, что это идеальный вариант. Это... Ничем не заниматься, это прям то, что я люблю. Это прекрасно. Имеется в виду, я с вами лично уже заниматься не буду. Ага. Вы уже будете напрямую связываться с наставником, и все, что вам нужно будет делать, это покупать активы и продавать активы. Простыми словами вам объясняю. А какие? Что за активы? Чем барыжим? Что у нас на это уже... Это уже... это могут быть акции компании «Лукойл», там, «ВТБ», «Сбера», это могут быть акции там иностранных компаний. Uh-huh. Если же, конечно, ваш обед не распространяется на акции иностранных компаний, либо же на... Такое себе, знаете, смотря каких иностранных. Америкошек не люблю. Я тоже их не сильно люблю, но, знаете, деньги не пахнут. Если можно будет, с другой стороны, на этом заработать и их этим на этом натянуть, пусть платят. Если они будут платить, то можно будет подвинуться немножко. Это надо смотреть. Да. Что далее? Вы в состоянии самостоятельно себе зарегистрировать инвестиционный счет? Не знаю пока. Где, куда, чего? Где, куда и чего? Ага. Где регистрировать, как регистрировать? И что регистрировать? Три вопроса. Что, где, когда? Что, где, когда, да. Это моя любимая передача. Шучу. А почему же я уже только зауважала вас? Ладно. Давайте не будем друг друга сейчас огорчать. Не будем. Собственно... Что регистрировать, где регистрировать, когда регистрировать? Давайте завтра. Завтра я подготовлю, собственно, все, что нужно. Когда вам будет удобно, какое время вам подойдет, чтобы мы с вами созвонились и, собственно, зарегистрировали вам инвестиционный счет? До обеденного времени можно. Я не знаю, вдруг позвоните, если я занята, мы договоримся на конкретное какое-то время. Я пока не знаю, как готовиться. Хорошо, давайте я вам после 12 часов дня наберу, после полудня. После полудня, хорошо. А у вас полудень во сколько по Гринвичу? По Гринвичу или по МСК? Как вам удобнее? Мне всяко удобно. Я по московскому времени. Все. Да. То есть, да,
я приду на работу пораньше, чтобы, ну, то есть, как бы набрать вас. Где-то после полу. Да, вы работаете, завтра выходной. Работаете? Ничего страшного, работа. А, ну, все на понятно. Жизнь. А то, нет, бывает так, человек забудется, что пятница-то сегодня, и это, говорит про завтра, на самом деле забываешь, что завтра выходной. Есть такое, вы правильно такие сделали. Такие любители поработать, знаете, их вот это, их, они приходят с утра в субботу, а их сторож выгоняет поганой метлой, говорит, иди отсюда отдыхай. Буду я ради тебя. И не говорите, и не говорите. Вам откроют, вас пустят? Что? Вас пустят? Меня, естественно, конечно, меня пустят. Естественно, меня ходят тут, топчут по помытому. А, это техничка уже привыкла, все нормально, я с ней в хороших отношениях. А, подкармливайте ее. Естественно. Ну, правильно, техничек надо, а то они могут этой шваброй огреть сзади из-под тяжка. Да не, не надо. Могут они ничего. Не они могут, знаете, не швабры могут. Крепкие. Дисциплина, дисциплина, да нет, дисциплина. Дисциплина тут налажена. Ну, в отношении с техничкой есть. Дисциплина действительно важна. Если что не по нее, то это она быстро научит дисциплину любить. Это вы правильно говорите. Хорошо. Угу. Анжела, во всяком случае, мы с вами договорились. Вам да. Хорошего да. вечера, доброй ночи. Вам всего доброго. Да, да, до завтра. До... Все, я как до штык завтра. Да, давайте. Давайте. Все, да, до свидания. Алло, Анжела Юрьевна. Слушаю вас. Следственный комитет вас беспокоит. Я следователь Орехов Николай Сергеевич. Ага. Вам известно, по какому поводу мы с вами связываемся? Вас информировали мои коллеги? Понятия не имею. Что случилось у вас? Хорошо, давайте поставим вас коротко в курс дела, но хочу вас сразу предупредить о том, что наш с вами разговор будет записан и приобщен к материалам дела. Что вам случилось у вас? Короче, быстрее говорите, некогда мне. Вы не заинтересованы в решении проблемы, я просто сейчас положу... Мне зачем я заинтересованы быть в решении ваших проблем? Моих проблем здесь нету. Здесь а что звоните тогда? У меня нет проблем. Хорошо, до свидания. Че, я ментам помогать, что ли, буду? Не по фасону мне. Здравствуйте. Ваша покупка ожидает вас на почте. Для получения информации оставайтесь на линии. Здравствуйте, меня зовут Елена, менеджер отдела контроля выкупа закупок. Здравствуйте. Вы делали у нас запрос на тренажер, лучший массажер. Ваша посылка на почте с 8 апреля. По какой причине не удалось забрать посылку? А я же, вы же мне звонили, я же говорила причину. При оформлении заказа вы дали согласие на покупку товара и на отправку вам. За все время, пока товар доставлялся, вы не обращались в интернет-магазин и отказ не делали. Поэтому давайте согласуем с вами дату выкупа посылки. Как это не обращалась? Я обращалась и говорила, что не надо, вы чего? Ну, вы заранее не обращались, пока посылка вам не пришла. Как это не обращалась? Обращалась, пока не пришла. Обращалась. Потому что заказ не прислали. Вы слышите меня, Елена? Я обращалась. Если бы вы обращались, то посылку бы вам не прислали. Нет, я обращалась, но мне по какой-то причине выслали снова эту посылку. А вы не слышите меня, Елена? В данном случае продать своим знакомым за цену ниже рыночной. А какая рыночная цена? Что? Какая цена рыночная там у нее? У товара? Ну, вы говорите, вот можно продать за цену ниже рыночной. Рыночная цена какая? Вы товар приобрели за 3990, рыночная цена 7000. А ниже рыночной по какой можно продать? Ну, 3990. Так, а в чем? Вы приобрели товар? За цену ниже рыночной, я вам говорю. Нет, вы мне сказали, что я могу продать ее кому-нибудь по цене ниже рыночной. Когда вы планируете забрать посылку? А по какой цене я могу продать-то ниже рыночной? Вы я вам говорю, что вы можете мне продать сделать. По цене ниже рыночной. Вот, а рыночная цена? 7 тысяч вы приобрели за 3990. А по какой цене ниже рыночной я могу продать? За 3990. А кому можно продать? Есть у вас какие-то контакты? Кому хотите, тому и продавайте. Ну, подождите, это деловое предложение было? Я напомню, что вы были не вы сказали, что я могу продать. Договор оферты, в случае, если заказ не будет выкуплен, будете оплачивать штраф. Нет, это тогда не бизнес. Это не какой-то бизнес. Там же будет принесены в черный список базы неблагонадежных покупателей. Этот факт осложняет оформление заказа в интернет-магазинах и одобрение кредита для банков.
Когда планируете забрать посылку? Ну, вы мне накидайте несколько вариантов, кому можно продать по цене ниже рыночной. Я тогда выкуплю. Мы предоставляем вам на выбор несколько вариантов. Вы либо выкупаете товар в течение 5 дней, по цене ниже попадаете рыночной в базу постоянных клиентов и получаете подарок. Либо компенсируете затраты интернет-магазина на выполнение заказа. Каков ваш выбор? Давайте компенсирую затраты. Компенсация превышает сумму товара. Это доставка в две стороны, хранение посылки, работа склада и работа операторов. Пойдет. Это все затраты, которые осуществляет интернет-магазин на выполнение заказа. Нормально. Поэтому пойдет. Если... Угу. Что? Пойдет. Давайте компенсирую. Хорошо, через страховую компанию. Да. Если в течение 2 дней посылка не будет. А какая страховая компания у вас? Ваши данные переходят в юридический отдел для установления личности настоящей, а также в страховую компанию. Мы получаем все свои убытки обратно, а страховая компания будет уже взимать компенсацию. Все нормально. Поэтому пойдет. Поэтому деньги, которые мы потратили, также добавятся судебные издержки. А какие судебные издержки? Это мы в досудебном порядке? В досудебном порядке же все делаем. Я компенсирую дело. В ваших интересах выкупить заказ. Да почему? В моих интересах. Алло. Алло. Алло, Анжела, здравствуйте. Здравствуйте. Да, вы меня слышите? Да, слышу. Это Михаил Макаров, и нам было удобно говорить. Еще раз, как вас зовут? Мы же не с вами, да, общались? Да, мы с вами общались по поводу завершения вывода средств вашего торгового счета. Анжела, смотрите, вы были проверки. Еще раз, я не очень поняла. Подождите секундочку, прерывалась в самом начале разговора связь. Я не очень поняла, как вас зовут и что за организация. Михаил Владимирович Макаров, сотрудник финансового отдела регуляции Global Invest. Компания, регулирующая брокер на территории Российской Федерации. Чуть помедленнее. Global Invest. Global Invest, ага. И что вы хотели? Так, как я понял, что у вас имеется брокерская компания, да, точнее счет, да, с помощью которого, да, вы не можете завершить вывод средств, правильно? Откуда вы это поняли? Вот что вам дало информацию и основание так понимать? Я вас поэтому вам скажете, да, с каким брокером работаете? Еще раз, вы кто? Почему вы интересуетесь этим? Так вы же обратились к вам за помощью. Когда я к вам обращалась за помощью, я вас впервые слышу. Глобал. Слушаю вас. Алло. Алло. Алло, да, здравствуйте, Анжела. Здравствуйте. Анжела, меня зовут Владислав, финансовый руководитель компании «Газпром». Вы у вас у нас ранее оставляли заявку, да, на дополнительный доход. А, это вот сегодня, да, вот буквально минуту 15. Да. Ну, да, ставила. Ну, там у вас акция, я не знаю, закончилась она или еще идет. Вот 9 мая там какой-то дополнительный бонус вы даете условия. Идет она, конечно, еще. Идет. Ну, она вот до конца месяца. Про это, отлично. Вот, ну, хотелось бы подробнее узнать. Да. Смотрите, да. Давайте так. Угу. Сейчас познакомимся, подберу вам комфортные условия для заработка. Договорились? Хорошо, давайте. Все. Анжела, вот скажите, сколько вам полных лет и какое ваше гражданство? Российское гражданство. 40 лет. Все, замечательно, 40 лет. Кем работаете вот на данный момент свои 40? Ну, это-то зачем вам? Работаю, естественно. Для того, чтобы я подобрал вам комфортные условия для заработка, в первую очередь. А как это связано с работой, условия ваши? Смотрите, помимо того, что вы можете получить выплату, мне нужно узнать об вас немного информации. То есть, что и как происходит. Так а для чего это узнавать и как это влияет? Вот моя работа, она как-то влияет на условия? У вас для разных профессий разные условия, а можно узнать, какие условия для каких профессий? Почему это у вас дискриминация какая-то? Смотрите. Или что? Нет, дискриминации никакой нет. Ну, мне самые лучшие условия хотелось бы, конечно. Вот, ну, замечательно. Хорошо. Анжела, вот скажите, кем на данный момент работаете? А зачем это нужно-то, я спрашиваю? Что это поменяет в условиях? Как это влияет на условия? Анжела, помимо того, что вы можете получить выплату, наша компания как раз и занимается дополнительно, ну, как раз и 9 мая, вы хотели. Вот. Помимо этого, есть еще как раз таки вот инвестиционные портфели. То есть вы можете начинать зарабатывать с нашей компанией. И чтобы я мог понимать, на каком вы уровне сейчас находитесь, что вы там знаете, в чем вы осведомлены уже, чтобы я не повторялся, мне нужно знать, кем вы работаете. Вот кем вы работаете на данный момент? Подождите, а что вот есть какая-то корреляционная зависимость профессии человека, должности и уровня знаний?
смотрите. Анжела, я вам еще раз объясняю. Допустим, если вы работаете финансистом, это один разговор. То есть человек понимает, допустим, знает определенную сферу. Uh-huh. Если вы работаете, например, там, знаете, сборником, то это совершенно по-другому. Мне нужно будет все объяснять. То есть поэтому, а не к тому, что там есть какие-то распределения и тому подобное. Не переживайте, Анжела. А, ну вот, если вы так, вы бы спросили у меня, вот точнее-то, я вам точно и отвечу. Моя работа никак, не профессия никак не связана с финансами. Все, хорошо, я так понимаю, неосведомленной сферой, так сказать, правильно? Какой? Смотря какую сферу, какую вы сферу имеете в виду? Инвестирование. Ну почему неосведомлена? Осведомлена? Кто сейчас? Все осведомлены, мне кажется, об этой сфере. Все замечательно тогда. Хорошо, Анжела, сколько вам удается вот на данный момент зарабатывать в месяц, плюс-минус? То есть я думаю, вы тяжело трудитесь по 10 часов, правильно? Чего? Я так понимаю, вы... Что вам позволило сделать такой вывод, что я тяжело тружусь по 10-12 часов? Анжела, в первую очередь, смотрите, вы обратились за дополнительным заработком. Нет, я так понимаю, неправильно. Вам не хватает этих средств. Нет, вы неправильно понимаете, да. что вам позволяет делать такие выводы? Анжела, позволяет делать то, как раз, что вы обратились за дополнительным доходом. Я не обращалась за дополнительным доходом. Анжела, я в первую очередь вам не советовал вести такой диалог со мной в такой манере и в таком тоне. Ну, мы не обсуждали, готова ли я принимать или не принимать ваши советы. Моя цель звонка несколько иная. Если бы мне нужно было обратиться к вам за советом, я бы обратилась за советом. Для достижения вашей цели как раз таки нужно знать некоторые моменты. Успокойтесь сейчас. Я абсолютно спокойна. Анжела, это вы нервничаете. Вот замечательно. Смотрите. Давайте с вами проговорим. У вас есть инвалидность на данный момент или нет? А это-то зачем вам? Есть у меня инвалидность или нет? Это как-то влияет на инвестиционные стратегии? Это вам значит совершенно нет. Вы можете получить выплату или нет? Ну, во всяком случае, вот в вашей рекламе не написано было, что у вас инвалидом только эти выплаты. Там, если что, мелким почерком написано как раз и уточнение ниже, сносочка есть такая, что как раз эти выплаты предназначены для инвалидов. Видимо, этот почерк был не сколько мелкий, сколько неразборчивый. Нет, этой информации, у меня ваш сайт открыт сейчас прямо перед глазами. Этой информации про инвалидов там нет. Я тоже думаю, что это неплохо. Смотрите, там информация эта вся указана, вся эта информация есть. То есть, я так понимаю, вы не являетесь инвалидом, правильно? Вы правильно понимаете, я не являюсь инвалидом, но этой информации там нет. Вы можете открыть сами и убедиться в этом. Так. Анжела, я знаю сайт лучше, чем вы. Вы нет, вы не правы. Мне доказать. Я пытаюсь доказать вам то, что эта информация Анжела, у вас нет. Анжела, вы сейчас говорите финансовому руководителю, что я хуже знаю сайт, чем вы. Вы сейчас серьезно? Именно это я и говорю абсолютно серьезно, да, вы правильно Анжела, меня поняли. Мне кажется, вы совершенно несерьезны в первую очередь. Давайте с вами вот конструктивно вести диалог по пунктам. Давайте. То есть... Вот, с вами разберем. Вы обратились с тем, что вы хотите получить выплату, правильно? Но это вторичная задача. Все, я вас услышал. Смотрите, давайте я вас ознакомлю с той информацией. Но, безусловно, это конкурентно привлекательно. Давайте. Конечно. Вот, смотрите, давайте так, с вами определимся для начала. То есть вообще, с какими целями к нам пришли? То есть на что конкретно хотите заработать? Возможно, поехать там отдохнуть, давно отдыхали. Либо для семьи, для себя постараться, для детей. Вот какие у вас цели? Я бы хотела бы зарегистрироваться в компании «Газпром» инвестиции и приобрести некий пакет акций. И если к этому еще и добавляется какой-то бонус, который был анонсирован на сайте, ну, это добавляет привлекательности сотрудничества с компанией «Газпром». Смотрите, да, помимо этого всего, есть как раз такое, что мы добавляем пакет акций от именно компании «Газпром». Есть еще помимо этого еще дополнительные как раз наши фишки, это ко дню рождения, к круглым датам и тому подобное. То есть бонусы от нашей компании, в первую очередь. Неплохо. Давайте я вас ознакомлю, в принципе, с компанией, то есть и о самом заработке, более подробно расскажу. Договорились? Давайте, да, я слушаю вас. Да, все. Смотрите, будем с вами вот работать на финансовом рынке, то есть покупать мировые активы дешевле, продавать их дороже. И вот на разнице будете зарабатывать, получать свою прибыль. То есть купили дешевле, продали дороже, на разнице заработали. Я думаю, принцип понимаете. Понимаю, правильно? Конечно. Вот, замечательно. Смотрите, конкретизирую вам.
будем покупать с вами нефть, золото, валюту и там и акции известной компании. Купили дешевле, продали дороже, вот на разницу заработали. Так как вы человек новый, будете работать специалистом в официальном мобильном приложении. Он вам поможет во всем разобраться, подскажет, что вы сможете купить в первую очередь, что выгоднее купить, что выгоднее продать, чтобы вы заработали. От вас требуется 20-30 минут вашего времени. Вот вам такие условия подходят? Ну, это же не условие, это ваше предложение, я так понимаю. Это предложение не является условием. Конечно, конечно. Я предложение ваше рассмотрю, пообщавшись со специалистом, но инвестиционное решение я буду принимать самостоятельно, естественно. Поэтому конечно, у меня есть собственное видение, что мне покупать, продавать ли или нет, а там будут ваши, конечно, вашего специалиста советы дельными. Я к ним прислушаюсь, смотрю. В первую очередь, то есть специалист имеет более 15 лет опыта, он подберет вам комфортные условия и в первую очередь те активы, на которых вы сможете хорошо заработать. То есть, допустим, это сегодня будет, может быть в один день нефть, в другой день валютные пары там какие-то, либо тому подобное. Смотрите, давайте с вами так, чтобы вы еще понимали, выгода наша тоже в этом есть. Это, конечно, 20% от чистого дохода. Например, заработали 100 тысяч, вывели себе их на карту, и только после этого отправили 20% специалисту. То есть 20 тысяч рублей, а 80 – это ваша чистая прибыль. Вот так будет комфортно работать? Пока не знаю, но я допускаю, что если я воспользуюсь советами вашего специалиста по каким-то активам, покупаю или продаваю, то, естественно, его прибыль, это понятно. Если это будут мои инвестиционные идеи, то я надеюсь, с них я ничего не должна буду. Конечно, смотрите. Как раз таки поработали, например, несколько месяцев, заработали уже какую-то сумму. То есть уже комфортнее себя чувствуете, уже дальше развиваетесь. Вот вы к этой цели сейчас стремитесь? Дальнейшее развитие вы имеете в виду как цель? Да. Нет, я такой цели не стремлюсь. Все, я вас услышал. Хорошо, давайте тогда с вами так поступим. Вот у нас на данный момент доступны 3 счетов. Это инвестирование с 51 200 рублей, 24 000 рублей и 12 115 рублей. Вот с какой суммы вам было бы комфортно начать? Ну, я определюсь. Я думаю, что я сначала подберу себе пакет акций, ну, которые хочу приобрести. А что вы будете подбирать? Вы... Пакет акций. Вы финансист? Или что? Нет, я же вам уже отвечала на этот вопрос, ну, что вот. Я не финансист. Да, ну, по поводу... Да, вот. Вот, по поводу этого, то есть уже посоветуйтесь с вашим специалистом, как раз вы подберете наилучший пакет, что вам будет более выгоднее, чтобы вы заработали. Я так понимаю, преследуете какую цель определенную, чтобы вот заработать, правильно? Нет, неправильно. Я же еще раз вам говорю, что моя цель никак с заработком не связана. Хорошо. Анжела, давайте с вами поступим другим образом. У вас WhatsApp на данном номере есть? На данный момент есть. Вот, замечательно. Тогда у вас WhatsApp заканчивается на 0875, правильно? Совершенно верно. Вот, замечательно. Заходите сейчас в WhatsApp и ставьте меня на громкую связь. Вы мне что-то хотите прислать? Нет, WhatsApp мне совершенно неудобно знакомиться с платформой. Лучше на почту. Я вам почту отправляла же свою. А что... Так, при чем тут почта, как раз таки? Через почту вы что, зайдете? Ну, такое себе, знаете, Анжела, давайте так, вместо того, чтобы придумать какие-то разговорки там и тому подобное, давайте с вами вести конструктивный диалог. За что переживаете конкретно в данный момент? Ни за что абсолютно я не переживаю в данный вот. Момент. Хорошо, заходите сейчас в WhatsApp. Для чего? Я вам отправил сообщение, как раз таки, чтобы мы могли ознакомиться с платформой. Хорошо, я зайду в WhatsApp. Прочитаю ваши сообщения. Да, приветствие отправил. Отправьте мне что-то в ответ, чтобы у нас с вами закрепился диалог в первую очередь. Отправила. Вот, замечательно. Отправил как раз вам форму для регистрации ниже. Нажимайте на нее. Нет, я с WhatsApp не буду этим заниматься, потому что это неудобно. Мне удобно открыть с компьютера через почту. Перекиньте себе на компьютер сейчас. Еще раз что? Перекиньте себе на компьютер, если вам будет с компьютера так более удобно. Ну, конечно, поэтому отправляйте на почту, и я зайду с компьютера, конечно. Смотрите. Это я и говорю.
Заходите с WhatsApp, вы сейчас с WhatsApp совсем ознакомитесь, потом, если что, с компьютера откроете уже, когда вам будет более удобно. Мне удобно открыть это с компьютером. Я могу это сделать с компьютером. Сейчас я это сделаю здесь. Ссылка короткая. А, давайте так. Как раз ее можете выяснить. Если вы не хотите мне отправить это, я набью сама адрес. Ссылку. Как зайдете на платформу, скажите, в принципе. Зашла. Вот, зашли. Нажимайте на регистрацию. Да, нажала. Вот, и вводите как раз там имя и фамилию. Дальше вот подойдете к полю пароль, скажите, я вам помогу. Как у вас вообще день проходит? Как настроение? Обычный день, обычное настроение, обычное. Замечательно. Я так, номер телефона. Еще раз? Номер телефона забиваю. Угу. Замечательно. Смотрите, вам нужно сейчас, я так понимаю, подходите к полю пароль. Где поле пароль, вам нужно указать либо 6 цифр, либо 6 букв. То есть, как банковский пароль придумать. Лучше всего записать наличник, чтобы вы его не потеряли. Это как банковский пароль, в первую очередь. Угу. Да, я зашла. Вот, зашли на платформу. Что вы видите перед собой? Цены на газ в Европе опустились ниже 600 долларов впервые с августа 2021 года. Да, вот это дополнительная новость, например, которая вот у нас периодически выходит, на которой наши как раз клиенты могут еще дополнительно зарабатывать, помимо работы специалистов. Вот на конкретно новость на этой новости. Новость от 17 января 2023 года. Вы смеетесь, как можно заработать? Да. Это не новость, смотрите. Это старость. Нет, это как раз таки новость. Нет, то есть это не они новость, часто это выходят, но... Полгода почти прошло, 5 месяцев. Вы смеетесь, что ли? Они не часто выходят, но на этой конкретной новости, да слушайте меня, наши клиенты заработали 37%. Вот было бы приятно, помимо заработка основного, заработать еще 37%. Не знаю, но зачем я буду думать об этом, если я вижу новость от января 23-го года? У меня же нет машины времени, чтобы вернуться туда. Поэтому еще о чем об этом хорошо говорить? Давайте конкретно посмотрим. Хорошо, что вы сейчас зашли. Делать. Вы сейчас зашли на платформу с компьютера, правильно понимаю? С компьютера, совершенно правильно понимаю. Да, вот сверху у вас есть как раз таки личный кабинет, нажимайте на него. Да, нажали? Да. Да, вот, замечательно. Здесь у вас будет отображаться информация о вашем балансе, сколько вы вывели прибыли и сколько вам доступно прибыли на данный момент. Ниже пролистайте немного, и там будет вывести средства. Синенькая кнопочка под вашим балансом. Так, подождите, инвестиционный портфель валюта выплачен. Слева под балансом. Это как ваш у вас баланс? Выплачен 03-го. А, 03 это, наверное, март. Нет, это число. У вас, нет, выплачено, нет, нет, это... у вас выплачено 3 декабря 2023 года, у вас все-таки есть это как раз таки шаблон, по которому, чтобы наши клиенты видели, как происходят выплаты. Угу. Сейчас, видите, слева отображается ваш человечек, под человечком ваш баланс, там по полный счет и вывести средства. Вижу. Вам нужно нажать на вывести средства. Нажимайте. Нажала. Вот, замечательно. Хорошо, перед вами высветилось два поля. Видите сумму в долларах и выберите платежную систему. И видите сумму в долларах. Здесь будете указывать сумму вашей прибыли, которую вы хотите вывести себе на баланс. Uh-huh. Ниже, где вы выберете платежную систему, нажимайте на зелененькую кнопочку «Выбрать». Uh-huh. Нажали? Да. Вот, на карту какого банка будете выводить свою прибыль? Я поняла. На Сбербанк, правильно? Не знаю пока. Вообще не думала об этом. Все, вы... Хорошо, тогда выбирайте как раз соответственный банк, на который будете выводить свою прибыль. Ну, здесь конкретно только указан Сбербанк, а так есть Visa, есть MasterCard, есть Мир, поэтому вот. Я думаю... На карту какого банка будете выводить? Не знаю, может, ни на какого. Я вообще не планировала ничего выводить пока еще. Чего выводить, если пока ничего нет?
как, будет что выводить, как. Нет, я показываю вам заранее вывод. Я поняла, да, что нужно будет выбрать. Да, да, выбор да. Есть, да. Я поняла. Да, 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 вот, смотрите. Как будет доступна сумма на балансе, нажмете «Вывести», укажете номер вашей карты, и в течение 5-10 минут деньги поступят на ваш баланс. Uh-huh. Сейчас справа вверху нажимаете на «Пополнить счет». Нажали? Нажала. Да, перед вами отображаются все доступные платежные системы. Это Kiwi, Bitcoin, NSPK, Visa и SBP. Нажимайте на SBP сейчас. Угу. Вы пользовались когда-либо ранее SBP? Ну, конечно, пользовалась. О, замечательно, тогда не придется объяснять. Да, где сумма транзакции? То есть давайте мы с вами проведем тестовую конвертацию, чтобы вы просмотрели, как деньги зачисляются на ваш баланс. Пишите 501. Один, почему в конце? Потому что нечетные как раз таки числа проходят конвертацию быстрее. Ага. Написали 501? Да. Да, нажимаете «Пополнить». Ага. И что вы видите перед собой? Пока грузится. А, для оплаты отсканируйте QR-код в мобильном приложении банка или штатной камере телефона. Да, как раз таки вот. Отсканируйте QR-код, который высветился. Ну, сейчас-то зачем это делать? Чтобы вы просмотрели, как проходит конвертация? Ну, я понимаю, как происходит оплата по QR-коду. Я знаю это прекрасно. Зачем это смотреть? Нет, не как сама оплата проходит. Это не к этому сейчас. А к чему? Вы просмотрели, как деньги зачисляются на ваш баланс. И конвертация валют, как происходит. То есть рубля в доллары. Я знаю, как деньги зачисляются с банка на банк. Мне сейчас это зачем надо делать? Я сейчас, что ли, на какой-то баланс собираюсь деньги зачислять? Да, вы на свой баланс будете инвестировать как раз таки. Нет, я собираюсь инвестировать в ценные бумаги. Вот, вы сейчас, допустим, проинвестировали на свой баланс и с него уже дальше развиваетесь. То есть, допустим, купили на него пакет акций, либо купили, допустим, уже специалиста подобрали те именно активы, которые обеспечат вам наибольшую процентную прибыльность. Ну, так сначала нужно, наверное, определиться, какие активы я собираюсь приобретать, а потом уже перечислять деньги. Смотрите. У нас для того, чтобы вот как раз таки вы закрепили место у специалиста, могли гарантировать с ним начать работу, это минимальная сумма, как я говорил ранее, это 12 150 рублей на данный момент. Понятно, но место у специалиста не является определяющим. Даже если сейчас не удастся его закрепить, это небольшая потеря будет для меня. Специалист... Место у специалиста ограничено, поэтому я вам говорю как раз, что проведем с вами тестовую как раз активацию, чтобы вы просто закрепили место у специалиста. То есть частично активировали свой торговый счет. Я понимаю, но я понимаю, но я еще раз вам говорю, что место специалиста – это не та цель, которая для меня является приоритетной. Поэтому если даже не удастся закрепить сейчас место специалиста… Хорошо, вы хотите зарабатывать сами или что? Ну, конечно, естественно, самое главное для меня – это зарабатывать самостоятельно. Почему вы… Специалист будет, хорошо, будем обсуждать с ним, но это не является определяющим абсолютно. Да, вот, смотрите, сейчас. То есть, в первую очередь, вы как раз и когда… хотите заниматься сами, вы будете здесь заниматься сами, но под руководством специалиста. То есть он вам будет помогать и подскажет, что выгоднее будет сделать. Угу. Будете с ним просчитывать как раз все нюансы, все моменты, процентную ставку, что будет выгодно сделать в той или иной ситуации. То есть за это не переживайте. Я не переживаю абсолютно за это, не переживайте за это. Вот, хорошо. Сканируйте QR-код. Зачем? Чтобы как раз таки мы с вами провели частичную активацию. Мне не нужно сейчас проводить частичную активацию. Мы счет сначала должны открыть, наверное, правильно? Так. Алло. Смотрите. Да, да, да. Угу. Смотрите. Вы сейчас мне просто, знаете, в неком плане голову морочите. Я сейчас либо ухожу на конференцию, у меня буквально через 5 минут она начинается, я буду проводить брифинг с банками. То есть с Сбербанком, ВТБ и как раз таки Гол и Газпром. Угу. Привет, если вы не будете проводить частичную активацию, тогда я вот просто уйду сейчас на свою конференцию и не буду тратить на вас свое время и отдам это место, потому что два места осталось кому-то другому. И человек будет уже начинать и будет работать. То есть я передам свой как раз таки отдел специалистов, и они уже определятся, кому его отдать. Угу. Что мы с вами сейчас сделаем тогда?
Ну, вы у меня спрашиваете, что вы будете делать? Вы настолько не самостоятельны в принятии решений, что вам нужен мой совет? Вы не самостоятельны в принятии решений. Я вам говорю как раз, что мы сейчас с вами делаем. Мы закрепляем место, либо вот ничего не делаем. Ну, если считаете, нужно закрепить дальше место, то закрепляйте. Но я же говорю, что для меня это не приоритет. Я говорю. Я могу начать вот, работать без специалиста совершенно спокойно. Потом будет свободен специалист, подключится специалист. Смотрите. Вы без специалиста работать у нас не сможете. Как-то то есть не смогу. Не сможете начать. Почему? Что меня ограничит? Еще раз? Что меня ограничит в работе с вами без специалиста? Как раз таки, чтобы вы имели допуск на платформу для торговли уже. Угу. То есть вам нужен специалист, чтобы вы могли и с ним начинать работать, то есть обсуждать какие-то моменты, либо если не хотите с ним работать, то уже с ним согласовали все моменты, и он будет там периодически просто вам подсказывать ту или иную ситуацию, что будет выгоднее делать в той или иной ситуации. Вы сейчас проводите частичную активацию вашего торгового счета, то есть просмотрите заодно конвертацию, сканируйте QR-код на экране. Зачем мне это делать? Я пока не вижу необходимости переводить деньги на платформу, если пока я еще не определилась с суммой. С чем вы не определились? С суммой. Хорошо. Смотрите, давайте с вами определимся, то есть вы хотите именно в акции государственной компании, правильно? Так, ну хорошо, давайте так, для начала, вот прям для начала, я бы хотела приобрести 100 акций компании «Норникель», 1000 акций компании Сбербанк и 1000 акций компании Газпром и Новатека еще 1000 акций. Вот какая сумма для этого нужна? Смотрите, для этого всего сейчас один момент, я примерно подраскину, чтобы я мог вам подсказать. Угу. То есть в первую очередь, то есть вы закрепите место специалиста. И дальше уже будете с ним, допустим, добавлять либо на свой баланс средства, чтобы могли дальше выше развиваться, короче. Так, смотрите. Для того, чтобы закрепить место, вот даже по тем акциям Сбербанка, что на данный момент есть, это как раз у нас получается 230 тысяч рублей. То есть 1000 акций, вы сказали, хотите приобрести, акций. Правильно? 1000 акций? Сколько, говорите? 233? 230 тысяч. Я посчитала, у меня получается где-то 178 тысяч. Откуда у вас 230? Сейчас зайдите на биржу как раз и просмотрите стоимость акций Сбербанка. Ну, давайте. Хорошо. А, все правильно, вы правы. Это я со стоимостью по словам перепутала. 228,52. Ну да, 228, ну пусть бы 230, да, для ровного счета. Да, вот да, 230 да. Это на Сбербанк. Да, только на Сбербанк. Да, на Газпром вот как раз 107, ну, 180 тысяч плюс. Это получается уже 410 тысяч, да? Тоже 1000. То есть уже получается 310, да? Так, Норникеля я хотела 500. 500 умножить на 14,762. 500 умножить на... Нет, 500, я, конечно, 50, естественно, я имела в виду, не 500. Акция 50, правильно? 50, да, я 50 на 14,762. Это где-то сколько получается? 700 тысяч? Так, сейчас вот, один момент. С устным счетом у меня не очень странно. Давайте я буду параллельно вести подсчет. Смотрите, одна акция Норникеля стоит... Да, я уже считаю. Да, все правильно. Ну, 738 тысяч. И Новатеку еще 1000. Это где-то 1 300 000. Да. Вот получается общая сумма у нас... Какая получилась? Так, сейчас один момент, чтобы я все параллельно с вами вел, все подсчеты. Давайте я подведу подсчеты, вам точно скажу, чтобы мы ни в чем не ошибились с вами. Договорились? Договорились. Так, один момент.
Так. Пятьдесят акций Норникеля, правильно понимаю? Да, правильно. Все, так. И 500 акций Новотека, правильно? Да. Это выходит 1 791 600 рублей. Ну, 2 миллиона округлим. Вот примерно такую сумму я и хотела бы инвестировать для начала. Хорошо, давайте тогда с вами определимся, то есть каким это образом будем производить. Да. Вы хотите как раз таки через официальные как раз таки источники проводить, либо вот с помощью криптовалюты, что не облагается налогом? Ну, перевод денег в любом случае налогом не будет облагаться, потому что мои средства уже прошли через налоговый контроль, и те налоги, которые я заплатила с доходом при получении их, они уже все оплачены. Поэтому... Смотри, да. Там комиссия у самого банкинга может быть, я за это. Ну, надо посмотреть, какие комиссии, каких банков. Хорошо. Вам данная сумма доступна в наличности, либо вот на карте? На счету, на счете. На счету. Зачем на карте? Хорошо. Да, тогда давайте с вами таким образом сделаем. Сейчас возвращайтесь на платформу и нажимайте еще раз пополнить счет, либо возвращайтесь на страничку назад. Вернулись на страничку обратно? Да. Да. Как раз таки пишите, где сумма транзакции, нажимайте на СБП и пишите, где сумма транзакции. Нажали? Ну да. Вот, пишите, 300 тысяч. Угу. 300 тысяч пишите. Угу. Написали? Да. Вот, хорошо. Нажимайте пополнить. Угу. Нажал, да? Да. Вот, теперь сканируйте код с помощью вашего банкинга. И что произойдет? Для чего мне эти 300 тысяч переводить? Это, во-первых, а во-вторых, у меня по СПБ порог выше 100 тысяч по СПБ облагается, там комиссии достаточно неприятные, поэтому мне это невыгодно. Ну, вы говорили, да, что... Там на комиссии как раз таки. Но вы же знаете, что при переводе на СПБ свыше определенной суммы. Конечно, в моем случае это 100 тысяч будет комиссия. По-моему, в пределах. Конечно. Смотрите, если как раз таки у вас есть Тинькофф, например, сейчас? Нет, например, Тинькофф сейчас. А, все. Все, тогда смотрите, давайте так, чтобы как раз таки все было нормально, указываем тогда 99 тысяч, чтобы это как раз таки не задевать сам лимит перевода. А зачем? Мне нужно другую сумму завести на счет, чтобы приобрести те акции, которые я вам озвучила. Какие 99 тысяч? Вы сделаете несколько переводов. А какая разница? Это лимит в месяц. Ну вот, смотрите, вы как раз таки... сделали одну активацию, потом специалистом уже я вас передаю сразу на специалиста, вы с ним обговорите все моменты, что и как правильно дальше сделать, как дальше развивать ваш торговый счет. Уже дальше с ним будете, то есть обговаривать, как правильно сделать, то есть чтобы инвестировать полную сумму и, допустим, с нее уже развиваться и полноценно, допустим, стремиться к чему-то большему. Ну вот мне нужно сначала обговорить, как правильно завести на счет полную сумму, а потом уже все остальное делать. Да, вот мы с вами частично, да, активируем с вами торговый счет. Не нужно мне частично, мне нужно для приобретения тех бумаг, которые я озвучила, вся эта сумма на счете. Мне для этого специалист не нужен, я сама без него справлюсь с покупкой акций. Если мне для чего-то нужен ваш специалист, я обращусь за его консультацией. Смотрите, давайте с вами так сейчас, то есть мне незачем дергать специалиста по мелочам, по пустякам, тем более, когда вы не закрепили место, то есть вы не даете никакой гарантии, по сути, что вы будете начинать работу. Так, когда вы частично закрепите место у специалиста на 90 тысяч рублей, тогда вот будет уже какой-то с ним разговор, то есть 99 тысяч рублей. То есть тогда уже можете с ним как-то разговаривать, могу я его дернуть сюда специально для вас, чтобы вы могли с ним вот действительно обговорить все моменты, то есть пообщаться там полноценно несколько даже часов. Все,
все правильно выверить стратегию и уже графики распланировать, дальше как вы будете двигаться. Возвращайтесь сейчас на стрелочку обратно. Вы, наверное, меня не услышали. Мне не то, что не нужны гарантии, что за мной будет закреплен специалист. Мне, в принципе, специалист сейчас не нужен. Вы можете его не дергать. В этом нет необходимости. Моя задача – завести деньги на брокерский счет и приобрести активы, конечно, которые я вам ранее указала. Вот. Хорошо. Вот. Для того, чтобы завести как раз-таки активы на брокерский счет, то есть чтобы мы могли завести средства на брокерский счет и приобрести активы, вам нужно сделать как раз-таки. То есть инвестицию на свой торговый счет. Вы сделали инвестицию на свой торговый счет. Потом как раз-таки я вас передаю на технического специалиста. Он вам как раз-таки помогает установить биржевое приложение, чтобы вы могли начать работу. И через него будете уже работать там специалистом, либо вы сами. То есть будете покупать там активы, вы подбираете активы и выверять стратегию. Давайте с вами как раз вернемся на стрелочку обратно. Вот, и пишите, где сумма транзакции по СПП. 99 тысяч. Зачем мне 99 тысяч сейчас заводить на ПСПБ? Еще раз мне объясните, когда мне нужно завести 2 миллиона. Смотрите, я вам еще раз объясняю. То есть для того, чтобы вы могли как раз закрепить частично место у специалиста. Мне не нужен специалист. Мне не нужно закреплять за ним место. Это не является приоритетной задачей. Не надо привязываться к этой цели. Мне нужно немножко другое. Я уже вам говорила, что... Да, хорошо, я вас услышал. Смотрите, сейчас возвращайтесь на стрелочку обратно. Угу. Вернулась. Вернулись? Да. Да, вот, выбирайте снова СБП. Да. Вот, где сумма транзакции, пишите. 12-150, 12-155, вот по данному курсу уже на данный момент. Угу. Это что? Написали? 12-155, это что за сумма? Минимальная сумма активации. Для чего написали это делать? Чтобы вы не потеряли место. Мне не нужно место. Чтобы вы могли. Нет, вы не у специалиста бронируете место, а место работы в компании. То есть место работы в компании, а это что за дверь? Место работы с компанией. Это что такое? Что такое место работы в компании? С компанией. То есть то, что вы сможете работать вместе с нами. То есть на нашей платформе пользоваться нашими источниками, пользоваться нашими ресурсами для того, чтобы зарабатывать. Так. Нажали пополнить? Ну, пока не нажала, пока пытаюсь понять, куда перейдут мои деньги. Это же СПБ, это же на карту на какую-то пойдут. Да, как раз таки, это с помощью вашего кассира будет конвертироваться на ваш баланс. У меня нет кассира. Кассир автоматически дается вам, как раз таки, нашей компании. Также будет при выводе. И что с этим кассиром? Он вам будет, производить конвертацию с рублей в доллары. Так, а зачем в доллары? Вот, скажите, пожалуйста, какая из озвученных мною акций продается за доллары? Смотрите, все мировые активы, они продаются в долларах. И наша страна, как раз таки наш центральный банк, держится на долларе. Чего? Если бы все держалось на рубле, ну, хорошо, чего? Давайте так, с вами порассуждаем. Все в мире сейчас, в чем торгуются, в какой валюте? В разных, абсолютно, зависит от биржи. Нет, смотрите, все в мире торгуется как раз на долларах. То есть все крупные сделки, они проходят в долларах либо в евро. Кто вам это сказал? Кто в рублях, где вы берете? Кто в рублях и проводит такие крупные, допустим, транзакции. Скажите, пожалуйста, на какую биржу мы будем покупать акции, которые я вам назвала? Норникель, Газпром, Сбербанк? Смотрите, это уже вы сможете информацию уточнить с техническим аналитиком, чтобы как раз это все реализовать. Это принципиальный вопрос, потому что для их покупки мне доллары не нужны. Их покупаю за рубли. Хорошо. Соответственно, ваш кассир для конвертации мне тоже не нужен. Смотрите, вы говорите, что вы хотите в государственные как раз-таки компании инвестировать в рублях, национального. Нет, я такого не говорила про государственные компании. Смотрите. В первую очередь, Анжела, понимаете, что, допустим, государственные компании банк, это центральный банк, я в него не собираюсь инвестировать. Государственные компании это пенсионный фонд, я тоже в него не собираюсь инвестировать. Ни одной государственной компании я вам не назвала.
«Газпром» не государственная компания? «Газпром» имеет государственное участие, но не государственная компания. Это коммерческая компания. Смотрите, я... Да, мы имеем государственное участие в первую очередь. Да, про все вы правильно говорите. Вот. Хорошо. О государственном финансировании, если быть точнее. Смотрите, Анжела, то есть сейчас вы проводите конвертацию, то есть зачем? Деньги зачисляются на ваш баланс. Зачем я буду конвертировать рубли в доллары, если те бумаги, которые я вам назвала, так, покупаются за рубли? Так вы потом на бирже их конвертируете в рубли, чтобы выгодный был курс, и вы ничего не потеряли там от 5 до 10%, чтобы была у вас выгода. Вы не хотите, допустим, 10% от всего, допустим, инвестиционного портфеля потерять только на переводе. Правильно же? Вот, вы, допустим, сейчас сказали очень странные. Подождите, я еще раз, для чего мне конвертировать рубли в доллары, если я буду покупать за доллары? Ой, за рубли. Смотрите, Анжела, вы когда инвестируете, вы провели конвертацию, правильно? Нет, неправильно. Когда я инвестирую, то я покупаю за ту валюту, в которой продается тот или иной актив. Стоп. Вы проинвестировали как раз таки на платформу. Дальше вы с нее уже на вашу биржу, которую вы подберете с вашим техническим специалистом, зачислили деньги, то есть и провели там конвертацию по выгодному курсу, и деньги зачислились без утери как раз таки процента. То есть процент утери составляет 5-10% при конвертации обратно. Но так как вы изначально будете конвертировать, то есть не будете напрямую там рубли заводить на вашу биржу, поэтому вы не теряете 5-10%. То есть я думаю, вот вам от 1 791 000, ну, было бы неприятно, я думаю, потерять там 179 000 только на одной, знаете, бесконвертационной комиссии. Правильно? Нет, неправильно. На каком этапе перевода рублей на брокерский счет я вдруг должна чего-то потерять? Я же вам объяснил. У вас странное представление. А вы меня слушаете вообще? Я вас слушаю, но у вас набор слов, он совершенно не связан никак ни с логическим объяснением этого процесса, Анжела, ни с существующей реалией. Алло? Анжела, здравствуйте еще раз. Меня Вероника зовут. Мы с вами разговаривали. У вас освободилось время? Можете, да, сказать? Я могу говорить. Здравствуйте, Вероника. Здравствуйте еще раз. Подскажите, на каком этапе вы остановились с менеджером? Или вот какой информацией удалось уже ознакомиться? Что, может, было что-то непонятным? Чем-то не разобрались? С каким менеджером, Вероника? Я не очень понимаю, о каком менеджере идет речь. Вы оставили заявочку по насчет дополнительного дохода, верно? Вы про заявку, которую я сегодня оставляла? Да, все верно. А, я поняла тогда, о чем идет речь. Ну, а вам менеджер не передал информацию? Нет, поэтому я вас и набираю. А он вообще в живых там остался? Ваш менеджер. Ну, там было два менеджера. Один менеджер, который звонил первый, он вообще невменяемый. А второй, нет, первый был просто дурачок, а второй невменяемый. Что у вас там произошло? Расскажите, пожалуйста. У меня ничего, ровным счетом я задавала вопросы, намеревалась инвестировать, озвучила пакет акций, которые хотела бы приобрести. Менеджер, он, мне кажется, совершенно не понимал, о чем я говорю, или не хотел понимать. У него было свое кино в голове, и в этом кино он и оставался. Потом он сказал, что мне перезвонит какой-то более крупный специалист, аналитик, наверное, я не помню уже, что он будет, ну, более осведомлен о том, о чем я говорю. Вот, ваш крупный специалист, он как раз совсем невменяемый. Ну, он просто нездоровый. Так, он представлялся как-то? Ну, наверняка представлялся, но я не запомнила, как его зовут. Так, хорошо, тогда я задам вам несколько вопросов. Вот с какой информацией вас успели ознакомить? Какой информацией? Ну, представились компании «Газпром», сказали, что при
открытии счета у вас там до конца мая действует какая-то акция в честь 9 мая. То есть какие-то бонусы вновь присоединившимся клиентам даете. Ну и так время от времени бонусные программы у вас работают. Вот. Я поняла вас хорошо. Как работает счет? Про счет мы вообще не... Я вот как раз очень хотела узнать, как работает счет, а почему-то на этот вопрос тщательно избегали давать мне ответ вообще. Все, что касается счета, от этого вопроса уходили как могли, прям огородами буквально сматывались. Просто от вопроса о счете. Говорите про... Я извиняюсь, что вас перебила. Просто вы мне говорите сейчас о том, что разговаривали с несколькими людьми. С двумя. Правильно, с двумя. Угу. Ну вот ваша заявочка, да? Угу. Ну вы же сегодня вот, да, то, что я общалась? Да. Да, да. Все правильно, с двумя. Вам назначен менеджер. Угу. Он вам дозвонился со второго раза, и более я не вижу. Вот он мне сказал, что сейчас перезвонит его коллега, и его коллега перезвонил буквально в течение там, 3 минут. Я поняла вас хорошо. Видимо, он был настолько плох душевно, что он даже не отметил этот разговор там, в вашей системе, то есть он нигде не отметил. Это все автоматически происходит. Ладно, ну, может быть, он со своего личного телефона позвонил. Хорошо. Ну, не знаю, сложно сказать. Хорошо, я поняла вас хорошо. Mm-hmm. Давайте тогда с вами вместе разбираться. Давайте. Так, с какой информацией вас ознакомили? Со сферой вас ознакомили, я так понимаю? Какой сферой? То есть чем... Сферой, чем... Что такое финансовый рынок, на чем мы зарабатываем? Это все понятно, да, но это само собой. Сначала я же говорю, что представились компании, чем занимаетесь, это само собой. Ну, все. Так, со сферой вас ознакомили. О том, что за вами будет закреплен специалист, который будет вам помогать и направлять ваш заработок. Да, про это тоже говорили. Хорошо. Ну, видимо, вот этот специалист мне пытался позвонить, но он был совершенно нездоров. Нет, на специалиста вас не передавали, однозначно. То есть, как я и предположила, что мне позвонил не то чтобы специалист, а, скорее всего, сотрудник там клинингового подразделения вашей компании. То есть хорошо, что я обратила внимание, да, на вашу не закрытую заявку и необработанную. Да, однозначно. Я поняла, я буду обязательно, я извиняюсь заранее, разбираться будем однозначно. Угу. Так, хорошо. Вам озвучили принцип работы с специалистом, правильно? Ну, да, в целом, да, да. Вам называли? Да, тоже говорил. И по счету. Да, тоже что-то говорил. Хорошо. Принцип работы данного счета. Ну, чтобы я просто понимала, какая информация вам была предоставлена, какая нет. Просто ну, какой вот, принцип работы? Ну, понимаете? Заводишь деньги на счет и приобретаешь желаемые активы. Список активов, которые я желаю приобрести, я ему озвучила. Сумму мы посчитали. Вы хотите зарабатывать на определенных активах, верно? Я хочу инвестировать в определенные активы, так будет вернее. Хорошо. Активы какие? Значит, из того, что я перечислила, это акции Норникеля, акции Газпрома, акции Сбербанка и акции, я скажу еще чего, господи, дай бог памяти, Новотека. Новотек, правильно услышала? Да, да, да. Да, вот четыре бумаги, которые я хотела бы приобрести. Количество мы тоже обсудили, и сумму, которая необходима для того, чтобы их приобрести, тоже посчитали. Это мы сделали нашим первым специалистом. Так, Норникель, Газпром, Новотек, и что еще? Сбербанк, преф Сбербанка. С
слышу банк. Сбербанк, правильно? Сбер, Сбер, да, да, все правильно. Ага. Угу. Смотрите. Эти данные я, когда буду передавать вас и закреплять за вами специалиста, аналитика, я обязательным образом укажу. Вы хотите приобрести и просто получать дивиденды, я правильно понимаю? Я хочу приобрести, да, чтобы они держали, лежали в моем портфеле. Будет необходимость, желание докупить их или приобрести что-то еще. Таким образом формировать свой портфель инвестиционный. То есть вы хотите на постоянной основе владеть данными акциями, правильно? Правильно, да, совершенно верно. Все, 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 слава богу, я разобралась, теперь поняла. Хорошо. А то, что мы работаем на всех направлениях, вам говорили, да? То есть параллельно к тому, что вы можете приобрести данное, то, что вы именно желаете, вы параллельно также на остальных можете зарабатывать. То есть оставить, допустим, энное количество денежных средств и на других направлениях дозарабатывать. Ну, то есть, чтобы какой-то процент еще параллельно зарабатывался вот непосредственно. Ну, это понятно, да, если можно. Можно, да. Но все. Это не основная задача, это вторая задача. Сначала мне нужно приобрести вот это, и потом все. Можно было. Я поняла вашу задачу. Ну, все, все, хорошо, я разобралась. Хоть вы понимаете, да. Потому что ваш коллега, который первый мне звонил, совершенно вообще не понимал, о чем идет речь. Я в любом случае буду разбираться с этой ситуацией. Заранее прошу извинения, прощения, но я передам в любом случае данную жалобу. Будьте, будьте добры. Вы открывали, вы успели перейти на тип счета, зарегистрироваться, либо же нет? Да, мы зарегистрировались на вашем сайте. У меня сайт пришел, зарегистрировалась. Счет открыть не успели. Счет. Так, вы прошли регистрацию, угу. Но не пополнили счет, верно? Ну, чтобы мне его пополнить, мне его надо открыть. А ваш коллега предлагал мне пополнять, причем пополнять на какие-то странные суммы, то на 12 тысяч, то на 90 тысяч. Когда я говорила ему, возвращала его к реальности. Он, опять же, что-то недопонимал. Хорошо, я поняла. Я поняла. Смотрите, $150 – это минимальная сумма. Для чего мы предлагаем клиентам начинать с этой суммы? Вам не объяснили, да, почему вот с такой суммы просим? Для того, чтобы вы пополнили, проверили, разобрались со счетом, разобрались на этой сумме с платформой, которая вам предоставляется для сбора пакетов. Алло, вы меня слышите? Да, я слушаю вас, стараюсь не перебивать. Так тихо, как просто, не, просто так тихо стало, вот, поэтому вам и предлагалась данная сумма. Угу. Ну, я выслушала предложение и считаю, что это излишнее. Нужно пополнять, открывать счет, пополнять на ту сумму, которая меня интересует, и приобретать акции, которые я хочу в том количестве, которое я уже озвучила ранее. И все. Так. Сумма, так, вы просчитали, да? Просто, да, мы посчитали, посчитали, там, если округлить, то 2 миллиона получается. Ну, там 1 800 000, ну, как раз 200 останется вот на приобретение чего-то еще. 1000, так, ну, 2 миллиона, вот ее мы просчитали, эту сумму. Хорошо, так, вы проходили регистрацию, вам сбрасывали регистрационное поле. Правильно? Да, он мне сбросил сайт. Вы вводили свой, то есть... Да, так. Да, я там зарегистрировалась. Все верно. В личный кабинет вы заходили? Ну, да, там, где пополнение, кабинет. Где вывод, вот это, да? Да, да. Да, заходили. Хорошо. Давайте так, я сейчас вас добавлю на свой WhatsApp. Угу. И у вас номер за данным... Ой, WhatsApp за данным номером, верно? Да. Хорошо. Так, сейчас сразу предупрежу специалиста, чтобы вы уже сегодня могли приступить. Вот. И перезвоню вам на этот номер в WhatsApp. Зачем? А зачем вы мне... Вероника, зачем вы мне... Вероника? Правильно я запомнила, или Виктория? Да, да. Вероника.
Вероника. Ага, Вероника, а зачем на WhatsApp-то вы будете перезванивать? Мы с вами прекрасно разговариваем по телефону. Я могу не на WhatsApp, хорошо, давайте просто... Мне нужно 3-5 минуток для того, чтобы предупредить специалиста. И я вам перезвоню на сотовый. Да, на сотовый перезвоните, потому что по WhatsApp у меня плохая связь. Здесь еще какие-то картинки там или ссылки можно получать, а по звоните не очень. Да, нет, просто очень многие, наоборот, просят на WhatsApp, так как сотовая плохая. Сейчас несколько раз было, что вы прерываетесь. Мне кажется, что я вот сама с собой, да? Хорошо, я наберу. Нет, по WhatsApp будет вообще чаще всего так. Я просто вижу внезапно, что у меня пропущенный звонок, а там даже звонок не проходил. Я поняла вас. Не проблема, просто говорю, разные случаи, разные регионы, поэтому... Хорошо, 3-5 минуток я сейчас в аналитический отдел, специалисты, и сразу названиваю вам. Хорошо, да, давайте. Не прощаюсь. Не прощаюсь. Так. Хорошо. Алло. Алло. Алло, алло. Алло, Анжела, слышите меня? Да, слышу, Виктория. Прекрасно. Смотрите, я только что была в аналитическом отделе, разговаривала с помощником специалиста, который в дальнейшем будет за вами закреплен. Так. Такие большие суммы вы будете обсуждать непосредственно напрямую с ним. То есть покупать акции, количество акций. Моя задача вас ознакомить с кабинетом, ознакомить со счетом, чтобы вы с этим всем разбирались, и передать специалисту. И со специалистом вы уже будете вносить ту сумму, вы перепросчитаете это все по сумме. Вот, вы перепросчитаете все по сумме, по количеству акций, и будете этим заниматься с ним непосредственно. Так как вот все меняется каждую секунду относительно стоимости и цен. Сами понимаете. Да это понятно, конечно. Я поэтому и округлила. Там у нас, говорю, получилось на 1 700 000, вот до 2 000 000 я округлила. Навряд ли она станет больше. Мы связывали со специалистом. Вот, я с помощником разговаривала. Такие большие суммы только напрямую, непосредственно со специалистом. То есть сейчас наша задача с вами ознакомиться с кабинетом, разобраться, как пополнять. То есть вы можете пополнить сейчас тоже на сумму 500 долларов, 300 долларов, как вам удобно. То есть транзакция происходит без процентов. Вот. И как только я передаю ваши желания специалисту, подтверждая это все чеком, с вами в течение некоторого времени связывается специалист, подобрав стратегию и определенные портфели, которые вы хотите, да, приобрести. Вот. И вы приступаете непосредственно уже к заработку, к работе, к приобретениям. Заходите в свой кабинет. Странная схема. Я заходила сегодня в кабинет, мне не очень понятно, как специалист может повлиять на тот выбор, который я уже сделала. Вот этот выбор, он мною сделан. Я зачем буду это обсуждать со специалистом, специалист, и он как-то на это будет влиять? Смотрите, я сейчас вам поясню. Специалист – это человек с огромным опытом, во-первых. Во-вторых, для того, чтобы приобретать какие-то акции, правильно, какие-то пакеты акций, нужно знать цену и когда их приобрести. Возможно, ну, специалист с нами не делится, скажем так, той информацией, которая известна ему. Мы являемся связующим звеном, которые рассказывают, объясняют, помогают. И в дальнейшем вы работаете напрямую уже со своим специалистом. Специалист вот только по этой... и владеет информацией, которая есть в открытом доступе, а именно название акций, их цены тоже есть в открытом доступе, и что он мне может сказать, когда покупать, я сейчас хочу купить, независимо ни от чего, я хочу приобрести их именно сейчас. Хорошо, но это вы можете сделать непосредственно со специалистом. Я могу это сделать со специалистом, я могу это сделать сама. Мне он здесь не нужен, его помощь в данном вопросе, в покупке акций.
мне не нужна. Я уже решила, что я хочу купить. Поэтому излишняя забота. Давайте вы зайдете в свой кабинет. Заходите в свой кабинет. Сейчас. Вам рассказали, объяснили, да? Да, мы заходили вдоль и поперек его, да. Мы посмотрели на него. Я на всякий случай. Я ж как бы не владею информацией, которая была до. Сейчас зайдем. Так, gsprm.com. Правильно? Да, да. Так. Откроем. Так, код. Так, по почте ведь, да, был, по-моему, вход? Я ж не знаю, в оригинале личные данные никак не знаем, не берем, не узнаем. Да нет, я регистрировалась. Поэтому сейчас я зайду. Вас, во-первых, вас. Угу. Да, я поняла. Сейчас я зайду. Ну так, и пароль. Угу. Да, я зашла. Все правильно. Хорошо, заходите в свой личный кабинет. Угу. Да, зашла. Зашли. Нажимайте кнопочку «Пополнить». Угу. Нажала. Вы пополнять будете с помощью какого банка? Вы имеете в виду... Системы? Вам удобней? Мне удобнее всего со счета своего в банке на брокерский счет вашей организации. Самый простой путь. У вас эти деньги на счету какого банка? То есть как вам удобнее переводить их будет? Мне удобнее будет переводить их со счета в Сбербанке на счет... открытые мне вашей организации. То есть вы будете переводить со счета на свой личный счет со Сбербанка. Да. Системой СБП сталкивались? Мы сотрудничаем с системой быстрых платежей, которая без процентов конвертирует. Что конвертирует? Куда конвертирует? Доллары, так а зачем? Зачем мне конвертация? Так как это международный. Это международная площадка, международный рынок. А какой конкретно это? Какая? Какой страны площадка? Это площадка Газпрома. Угу. А Газпром у нас российская компания? Так как мы работаем на международном уровне, на международном рынке, все сделки происходят в долларах. Международный рынок, что вы подразумеваете под международным рынком? Рынок какой страны? Да. Всех стран. Всех. Вам, подождите, давайте стоп, сначала вернемся. Вам объясняли систему, правильно? То есть, что такое финансовый рынок, чем мы занимаемся, верно? Я знаю, поэтому и вопрос задаю, потому что фраза «международный рынок» у меня вызывает некоторое недоумение. Угу. Так, хорошо. Тогда на секундочку мы остановимся и вернемся назад. Давайте. Финансовый рынок – это международный мировой бизнес. Так. И занимается покупкой, продажей акций, облигаций, драгоценных металлов. Всех стран, то есть вы можете быть как владельцем перечисленных вами Сбербанка, Газпрома, Норникеля, так и владельцем, допустим, фирмы Samsung либо Apple. Так. Акций. Вот теперь. Понятно, для чего конвертация, почему счет у вас будет в долларах? Нет, непонятно все равно, почему конвертация. На какой бирже я буду приобретать те акции, которые я вам перечислила? Алло. Алло. Алло, вы меня слышите?
Алло. И почему же этот вопрос такой сразу ступор-то вызывает? Алло. Вероника. Вы здесь? Убийственная. Алло. Алло, вы тут? Алло. Алло, вы меня слышите? Вот, я вас слышу, хорошо. Вы меня слышите? Да что ж такое? Проводок. Я не знаю, слышите вы меня или нет. Я вас слышу очень хорошо. Я вам перезвоню. Давайте. Алло. 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 Ура, хотя бы алло. Алло, я не знаю, что со связью, я вас перестала слышать. На каком этапе вы перестали меня слышать? На том этапе, что я задала вам вопрос. А вы его уже, наверное, не услышали. На какой конкретно бирже я буду приобретать те бумаги, которые я вам перечислила? Это международный рынок. Мы, еще раз вам говорю, являемся связующим звеном между клиентом и специалистом. Помогаем разобраться со счетом, помогаем разобраться, что такое финансовый рынок международный, и связываем вас, активируем счет и связываем вас напрямую с аналитиком, где уже непосредственно аналитик подбирает для вас тот бизнес-план, ту программу, которая нужна вам, которую вы хотите осуществить. Угу. Но вы на вопрос для того, чтобы подключить вам. На какой бирже я буду покупать? Вы этот вопрос обсуждаете с аналитиком. Угу. Под каждого клиента подбирается индивидуальная программа. Что значит программа? Программа чего? Бизнес-план. Определенная программа развития. Какого развития? Я не прошу про программу развития. Мне всего лишь надо купить акции, которые я вам перечислила. Зачем мне эта программа развития? Я не хочу развиваться. Я уже достигла того возраста, когда хочу деградировать спокойно. Смотрите. Покупка определенных акций, активов – это своего рода развитие. То есть инвестиция в свое будущее. Верно? Ну, можно так сказать. Если вы это называете развитием, то да. У каждого человека свое понятие относительно слова развитие и относительно слова инвестиции. Кто-то инвестирует для того, чтобы зарабатывать на всех сферах, то есть пользоваться своим торговым счетом непосредственно вот ежедневно увеличивает, а кто-то покупает акции определенных компаний и на этом вот просто останавливается. Да, опять-таки, напомню, что мы являемся связующим звеном между клиентом и аналитиком. И только аналитик сможет, вот я передаю информацию, да, что вы хотите, на что вы рассчитываете, как вы видите перспективу, и уже в диалоге с вами это все расписывается, так как удобно вам, в какое время удобно вам, то есть какие именно акции вы хотите и так далее, то есть количество их. Да все уже определено, и какие акции, и какие количества, здесь не нужно... Понимаю, но лично я этим не занимаюсь. Ну да. Мое дело вам объяснить... Буду заниматься я. Как? Правильно. Моя задача объяснить вам, рассказать, показать кабинет, активировать ваш счет и передать уже непосредственно аналитику. Понятно. Тогда вопрос. Я так понимаю, раз вы так говорите, вы не являетесь брокером? Или вы и есть брокер? Нет. Что нет? Вы не брокер? Нет. А кто брокер тогда? Про счет какого брокера-то мы говорим? Я передаю вас вашему брокеру-аналитику после активации счета. А вы имеете... Даю вам данные, даю вам полностью все данные и всю информацию. Так а брокер-то у меня кто будет? Я не про аналитика сейчас спрашиваю, я про брокера.
еще раз вам говорю, всю информацию я вам предоставлю, когда вы активируете счет, подтвердив свое действительно желание. Так, а счет у какого брокера я собираюсь активировать-то? Вы мне призываете. Вы активируете, вы активируете торговый счет на нашей площадке. Вашей-то с помощью какой? Этого вашей Газпрома? Ну вы же проходили, естественно, вы же проходили регистрацию, вы же все видели, вы же также оставляли заявочку. Угу. Так счет-то я должна открыть и пополнить брокера, а не вас, если вы не являетесь брокером. Это ваш торговый счет. Мы к торговым счетам не имеем никакого отношения. Это ваш торговый счет, который вы пополняете, и потом с этого счета уже производите покупки акций либо облигаций, выводите доход и смотрите, вы можете вывести для себя статистику по заработку, по доходу, по процентам и так далее. Так, у меня открыт счет. Где открыт этот счет? У какого брокера он открыт? Для того, чтобы мне пополнить счет, мне нужно счет это иметь у брокера. Это международная торговая площадка. Я же не спрашиваю, какая мы площадка. Площадок хреново гора. Мы не занимаемся передоверением счетов. Понимаете? Я про это не спрашиваю, не понимаю, к чему вы сейчас мне это сказали. Я про передоверение счетов это не спрашивала. Я задала совершенно простой вопрос. За вами счет будет закреплен брокера. Ваш аналитик-трейдер. Да? Бог с ним, с аналитиком, пусть он будет. Но заниматься... Да, мне нужен брокер. Кто у меня брокер? Счет у какого брокера-то я открываю? И пополнять вы мне предлагаете. Вы открываете свой личный счет, не у брокера. Это как? А где он у меня находится? Вот как вы открываете вот свою карту? Либо как вы покупаете криптовалюту? Это разные вещи совершенно. Карту я открываю следующим образом. Я иду в банк. Если я уже являюсь клиентом банка, если у меня уже договор с ними есть, то, соответственно, я просто изъявляю. Покупка, вы меня слышите? Да. Криптовалюту вы как приобретаете? Покупка криптовалюты осуществляется следующим образом. Один из вариантов, их несколько на самом деле. Первый вариант – зарегистрироваться, стать клиентом криптобиржи и купить напрямую на криптобирже. Второй вариант – зарегистрироваться, опять же, на приличной криптобирже и купить ее у какого-то другого клиента криптобиржи, продавца. Ну, это два варианта из возможных. Здесь практически так же. Вы открываете свой торговый счет на «Газпроме». Далее. За вами закрепляется ваш аналитик, который в дальнейшем вам рассказывает, как, с помощью чего, то есть на торговой площадке. Если вы устанавливаете торговую площадку и в дальнейшем уже приобретаете те акции, которые вас интересуют. У какого брокера я в дальнейшем приобретать буду эти акции? Площадка какого? Я вас слышу, но вы сейчас говорите какие-то вещи, которые в отрыве друг от друга. Про какую площадку вы говорите? Мне для приобретения ценных бумаг необходим брокер. Ваша торговая площадка. Да не моя, она у брокера должна быть, эта площадка. У меня лишь всего лишь к ней счет должен быть привязан просто-напросто, брокерский. Нет, вы не правы. Ну, конечно. А как это по-вашему выглядит? Вы открываете свой счет и сами совершаете с помощью площадки торговой международной, совершаете сделки, покупку, продажу. Ну хорошо, в каком банке этот счет, который я сейчас открываю, будет? Есть уже, да, раз он, вы предлагаете, раз мне его пополнить, значит он открыт. В каком банке он? Ну, так у вас есть вся информация? Нет, здесь нет про банк никакой информации. Нет, вот здесь как раз про банк, какой банк, нет информации. В каком банке у меня счет-то в вашей компании открыт? Вы либо невнимательно разбирались, либо вы
просто совсем не понимаете, что вы хотите. Либо вы про то, в каком банке у меня счет, не сказали. Есть такой вариант еще третий. Вы же мне не сказали, в каком банке у меня счет. Вы не хотите меня слышать, просто не хотите меня слышать. Ну, давайте еще раз просто скажите название банка, наверняка коротко. Я сейчас отмечаю все, что вы указали. И закрываю вашу заявочку. В дальнейшем, если вы хотите работать с нашим аналитиком... Нет, я не хочу работать с нашим аналитиком. Я хочу пополнить счет и купить те бумаги, которые я назвала. В чем сложность, не очень понимаю. У вас какие-то сложности с этим? Так и я вас не понимаю. Так и давайте... Вы могли бы уже сейчас активировать свой... Угу. Вы могли бы сейчас уже активировать свой счет... Я передала бы вас вашему аналитику. Не нужен мне аналитик. Трейдеру. Мне не нужен аналитик. Мне нужно приобрести ценные бумаги, которые я вам перечислила. Хорошо. После активации счета с вами свяжется. Давайте активировать счет. Активировать счет. К какому банке он находится, этот счет? Вопрос-то сложный разве? Вы активируете счет на Газпроме. На Газпроме. Открывается счета. Газпромбанк, да? Вы имеете в виду? Газпром Инвест, да. Нет, я спрашиваю, Газпромбанк, вы говорите, Газпром Инвест, да. Вот потом обижаетесь, что я вас как-то неправильно слушаю. Да, все верно. Что да, все верно. Вопрос, ответ верный, который я предположила, или то, что вы сказали? Я не вижу Газпромбанк в нашем диалоге. Вы не хотите. Ну, потому что вы недопонимаете вопросы, простые вопросы, которые я вам задаю. И взяли на себя ответственность пытаться объяснить мне что-то. Я в данный момент вам донесла всю информацию. Вы не донесли мне ни грамма информации, если ваш разговор записывается, значит, то пусть прослушают ваши руководители, что вы не можете объяснить ничего. Я сейчас в данный момент да. Оставляю жалобу за вашим номером. Да. Да, оставьте, пожалуйста, жалобу нашим номером, что ни один из специалистов, который со мной связывался, не может ответить на самые простые вопросы. Будьте добры, это в жалобе отразите. Вы невнимательно слушали информацию, информация, которая вам доносилась, вами диалог наш и скажите, в каком месте вы мне могли на мой вопрос про